мне после видео с моим. Пока наслаждаемся новым. Я хотел поделиться новостью, такой аудитории. Я закрыл два гештальта недавно. Мы, во-первых, записали полицмаг с Робертом Райтом, с моей участием, только он еще не вышел. Вот. И мы записали с Борисом Сергеевичем Бояшиновым. Да. В общем, эфир, да, вышло видео, можете уже посмотреть. Чувствовалось напряжение, но как сказать? Нет, друзья, разговор Василия и Бояшинова я не смотрел. Там, наверное, слишком много, ну, чтобы бесплатно это смотреть. Я уже, на самом деле, не смотрю видосы вообще вне стримов, потому что, ну, на стримах мне их вот столько хватает. Я в свободное время либо романы пишу, либо философию пишу, либо, ну, как-нибудь отдыхаю, игры, сериалы, там, не знаю, Hunter, и Hunter x Hunter досмотрел недавно. Сегодня. Вот. Моей стороны, например... И мангу дочитал, как, кстати, и мангу Hunter x Hunter дочитал до конца, ну, вот, просто начал читать с того момента, где закончилась история аниме. Охуенно. Hunter x Hunter один из самых лучших сёнонов, которые я когда-либо видел. Жалко, что не закончен и вряд ли закончится. Напряжения, ну, не было. То есть у тебя был видос с Бояршиным, а он еще не вышел. Он уже вышел. Уже вышел. Да, есть, да. Мне очень нравится в начале, когда второй Жмелевский, он такой, ну-ка, то есть совершенно ему неинтересно, что там происходит в жизни у Василия, или он уже знает, о чем будет разговор, такой, ну-ка, расскажи-ка, Вася, детям, что ж там происходит, что ж там. А концовка с темным континентом-то, она на самом деле не совсем концовка, потому что это наоборот затравка. Про темный континент, понимаете, в чем проблема? Там как бы и в манге дается, и в аниме дается затравка в конце, мол, о, темный континент будет когда-нибудь, да? Хер вам, ребят, как бы. Это во-первых. А во-вторых, и в манге тоже заканчивается уже на том моменте, где они поплыли на большой лодке, лодка похожа на кита, они поплыли уже на темный континент, но пока не доплыли. Ну вот такое. Интересная затравка, но непонятно. Случилось. Уже есть на канале Борис Бояш, но можете посмотреть, я считаю, что получше. Не-не-не, спойлеров не будет. Я не сказал, кто поплыл и кто конкретно поплыл. Очень интересно, я советую посмотреть. Мы говорили про теологию, при том, что... Ну, там вообще забавный... Дайте сначала начну. Я так понимаю, что Борис Сергеевич меня к себе звать не хотел. Вот. Я тоже догадываюсь, что в отношении меня примерно что-то похожее, насколько я помню. Я думаю, что дело не в маргинале. Я думаю, что дело не в маргинале. Хотя. Более того, я уверен даже, что. А можете тебя спросить, вот задать тебе такой вопрос, а тебе Василий, он тебе писал когда-то сам? Кто? Вот этот Василий аль Руси. Ну да, когда-то там он или его любители что-то хотели, вот, ну как-то очень все это было по-детски выглядело немножко, ну по-молодежному. По-детски это для меня ведь все они дети, кого студентами есть, я всех детьми называю, да, вот и котов тоже. Дело не в нем. А ты думаешь, почему тебя не хочет? Там была такая история, что... Его дочь... С пятой минуты начнется шедевр. Просто шедевр начнется с пятой минуты. Вот его дочь. И сейчас поехали, короче. Приветствую, Керч. Сейчас будет просто годнота. Сейчас будет мясо. Мы еще с маргиналом, когда вместе эфирили на, ну, с его ОБС, там, на поучительных историях, смотрели видос, где они отвечают на вопросы с его дочерью. И да. Типа, ну мы там, я не знаю, что-то там мы могли порофлить на тему того, что она там характером или чем-то, ну вроде я что-то такое сказал, похоже на своего отца. Возможно, из того, что я сказал, ее что-то обидело, хотя я не планировал обижать, я, ну, на абсолютном серьезе большую часть того, что было, говорил. И, судя по всему, там был какой-то комментарий от нее, что типа, вот только не его. Ну вот, типа, пальцем на меня. Я просто могу рассказать, как это было. Мне это видео прислали мои дети.
Бля, что за иерархия? У него дети, она его ребенок. У нее тоже дети, студенты, видимо. Уже все дети. Все дети уже. А, и, в общем, ну, которые дети, это те студенты, которые я... Блядь. Ну, мне уже не нравится подход такой к студентам. Дети. Что за дети? Я учусь. И спросили, значит, Елена Борисовна, кто вас, типа, так обижает? Не хотите ли мы напихаем вам... Напихаем вам. Александр, а где же жена Бояршинова? Не знаю. Не имею понятия. Ну, это меня это мало интересовало, на самом деле. Ему, да, значит, всякие гадости напишем, что он нас напихает. Я посмотрела, как бы к Анатолию у меня нет претензий, а... Ну, Анатолий-то вообще замечательный человек. Самый-самый хороший человек в мире. А чё к нему? Какие претензии? А Жмель дохуя гнилой, да? Сразу смотрю, блядь, гнилой человек, думаю. Гнильцой-то, гнильцой запахло. А вот, ну, как бы с ним сидел второй персонаж, я не знаю имя Жмелевского, поэтому вот это Жмелевский, вот его прозвище, или это его фамилия. И сука. Удивительно, что он очень глупо... Он очень глупо вот так вот рот открыл и гнильцой внезапно вот, да, понесло в сторону Елены. Елена такая, фу. Как-то себя очень вел. То есть сидит взрослый дядечка, ну, которому там 35 лет, да, там 36 на вид. И он просто смеется. То есть дело было-то не в словах. И... Это дядечка? Это дядечка? А что сообщение-то удаляете, ребята? Вы что, совсем что ли? Зачем? Зачем вы это делаете? Так вот. Относительно того, что он пьет и смеется, это очень смешно, потому что, ну, Жмелевский очень много денег зарабатывает на этом. На его месте кто угодно будет смеяться. А сколько Жмелю? Ну, где-то, да, 35, где-то 35. Спасибо большое, Омега, всем привет. А мне хорошо, когда относятся как к ребенку в УЗИ. Ну, у этого есть свои... Своей книги. Ой. Как я учусь онлайн, полная инструкция для самообразования, спасибо, посмотрим. Уже 3 видео заказанных, я пока не вижу Зака Даумана, мы немножко потерпим пока что. Посмотрим вот эту вот сокровищницу прекрасную. Приветствую Спек Бион, приветствую Евгений Юрчик, сейчас будет просто вот клево. И потом я ну, как бы полезла искать, кто это такое, посмотрела несколько видео, где сидит человек, пьет водку на камеру и просто смеется, то есть у него нет никаких каких-то информативных видео, как нет, есть вот. Там, ну, другие. Не, ну на самом деле у него есть информативные видео, но он реально пьет, смеется и получает кучу бабок за это. Не, ребят, это ничего не заказали, я сейчас немножко просто смотрю минут 10 для того, чтобы втянуться вообще в сегодняшний стрим. Заказов пока мало. Там буквально минут 20, минимум 20 минут заказали пока что. Да, он пьет водку на камеру. И третье, почему, в принципе, бля, я не рекомендовала никогда тебе, ну, звать его на стрим, mm-hmm. потому что, ну, как об этом неприлично говорить, как о сексуальной ориентации, например, чужой, да, но он член партии «Единая Россия». И просто я могу сказать... Член партии «Единая Россия» как ориентация, да, окей. То у меня есть друзья... Понятно. Которые госслужащие и очень хорошие госслужащие. Но они не члены партии «Единая Россия». Они там верные путинисты и так далее. Но здесь человек пьет водку на камеру и член «Единой России». Абсолютно русский человек, совершенно русский. Максимально русский человек Жмелевский. Супер. И ведет себя, ну то есть взрослый дядечка ведет себя почему-то как дурачок. Я не говорю, что плохо там пить на камеру, тот же Хованский это делает и другие товары. Хованский нормально, Хованский хорошо. А Жмелевский как дурачок. Шадов, а тебе не заказывали разговор Жмелевского и Бояршинова? Нет, не заказывали, не заказывали. Закажите, друзья, с удовольствием посмотрю. Давайте досмотрим, не знаю, до 10 минут, наверное, и пойдем уже смотреть другие видосы. Товарищи, но просто тот смысл, который они говорят в своих речах, он нормальный. Например, не знаю, что-то из Хованского. Дайте что-нибудь вспомню из Хованского. Я ебал твою мать, например. Да, это интересно, это очень интересно и вполне неплохая здравая мысль от Юрия Хованского. Я ебал твою мать. Замечательный человек просто. Потрясающе, аплодируем. Хованский молодец, а вот Жмелевский быдло. А здесь никакого смысла просто нет. И зачем звать человека на стрим, который ничего не говорит?
Не, на самом деле Жмелевский хорошо ведет гостевые стримы, умеет общаться с людьми, особенно на политические темы, не на политические тоже. Человек разбирается в политике, кстати, во многом поэтому он, наверное, и интересен. Тоже в том числе. У Жмелевского дохера приличного контента. Но то, как он делает, конечно, аукционы, это просто тоже отдельный жанр. Это тоже отдельный и очень интересный жанр. Мне на самом деле нравится, как Жмелевский просто... сидит и фармит бабло, просто фармит бабло, просто невероятными количествами для препода. Насколько я понимаю, еще для довольно нишевого препода, в том смысле, что, ну, во-первых, не в столицах, не в Питере, не в Москве преподает, это раз. Во-вторых, насколько я понял, у него кандидатской до сих пор нет, но мы вроде говорили об этом. То есть, по сути, он не доцент даже, он старший преподаватель, и у него зарплата должна быть официальная, ну вот даже меньше, чем у меня, когда я охранником был. С учетом, как он фармит бабло на стримах, это прям бух, это фантастика. Вот реально охеренный мужик. Ну, то есть, в этом смысле, ну, Жмелевский это пример для подражания во многом. Ну, правда, я так бухать не смогу, я сдохну. Ага. Ну, у нас, вот, мне кажется, история во многом похожая, потому что дело было как. Я сначала предложил совместный стрим Елене Бояшиновой. Вот. На что она сказала, типа, да, окей. А потом она мне скидывает хайлайт, где я смотрю как раз их вместе. И она говорит, а вы типа считаете, что... Ну, она говорит, реплика... А пизда в мой адрес, это пиздец. Бля! Бля, Васил, ну спалился, да, бывает. То есть у Елены, наверное, проблема здесь заключается большая в том, что она не понимает сущность жанра стримов. Притом, от лица Бориса Бояршинова, ну очевидно, что Борис Сергеевич имеет право в силу своего возраста не понимать этот жанр. А Елена, будучи достаточно молодой, особой, она в принципе могла бы разобраться, как это работает. Тем более, что она Хованского смотрит, а Хованский, ну простите, он и не только слово на букву П употребляет, он все слова употребляет. И так далее, так далее, так далее. Ах, да, я знаю, что Хованский корешился с Баргиналом, да, я эту историю я тоже знаю. Не, ну просто реально, блин, забавно. И пришла жаловаться папе, получается. Александр, сколько лет Елене Борисовне? Ну, по сути, потому что у нее морщин нет меньше 40, скорее всего. Ну, 32, 33, наверное. Да так же, как и Жмелевскому приблизительно там, вот. От 29 до 35 я бы ей дал, например, вот так вот. Ну и с учетом, что она Хованского смотрит, вполне возможно, она даже моя одногодка, знаете, сейчас я не знаю. Надо стримить, как Росов гений. Ну, мне не нравится, как Росов стримит, но мне нравится, как Росов народ зазывает. Давайте сейчас узнаем, сколько... Не, непонятно, неизвестно. Не вижу, сколько ей лет. То есть, поехали дальше. А там дело было... Как... А, пишу Жмелю меньше 30, бля. Да, там дело было не то, что я ее назвал. Василий Фармин, Сашка, я опоздал, прости, все хорошо. Как тебе Росов и будут... Александр, а как тебе Росов и будут еще совместные стримы? Ну, Росов обычно сам приглашает, понимаете? Росов из тех ребят, это не которым я обычно прошусь, а которые сами, как бы. Александр, я приду, я такой, ну, хорошо. Хорошо, конечно. Ну а так, с Росовым, ну его контент исторический, конечно, имеет ценность, но форма его подачи для меня, наверное, слишком такая, знаете, что ли, навязчивая. Мне его обычно тяжело слушать. Даже в гостях мне его обычно тяжело слушать. Первый стрим, по-моему, у меня с ним был хороший, отличный стрим, потому что я с ним еще был не особо знаком, мы так знакомились. А второй стрим, и третий вроде, был третий или не был, я уже не помню, второй, по-моему, был, да? Вот там как-то я уже немножко подзавис, потому что, ну, по сути, у нас очень мало общего в целом, и мало мест, ну, мало таких вот зон пересечения интересов даже. То есть, вот ввиду этого получается, что, ну, мне Росов, с Росовым общаться, ну, не знаю, вряд ли у нас получится. И философию он, в принципе, не уважает, философию не уважает, и ввиду этого, ну, как бы мы вообще абсолютно расходимся.
Ну и, соответственно, потому что он ее не уважает, он и специфику философии вообще в принципе не понимает и описать не может. Поэтому нам очень трудно общаться. Опять же, я замечу, что мне даже с Бояршиновым довольно легко общаться, по той причине, что любой ученый, естествоиспытатель, по крайней мере, в методологию может науки зашарить немножко, что-то рассказать, что-то поведать, с ним можно по методологии пообщаться. И поэтому с Борисом Сергеевичем у меня был хороший стрим, и мы, в принципе, отчасти были вот на такой единой волне. То есть это было интересно, и было о чем поспорить. А вот с Росовым так получается, что мне и спорить не о чем. Вот просто потому, что мы настолько на разных полюсах такого вот мира знаний находимся, что как бы вот так вот. Давайте, ладно. Я ее не называл таким образом. Вот. Там было такое дело, что... Какие есть женщины-философы? Да много разных было, но среди очень крупных ни одной, наверное. Вот, то есть, философов уровня Платона, Гегеля среди женщин я не помню. Как-то я слово «пизда» употребил в контексте, в котором это относилось, атрибутировалось как бы к Лене, но я ее так не называл. К Ленину? Вот. К Лене, это атрибутировалось ко мне, но он меня так не называл. Угу. Василий, начнем немножко с вас. Вот 15 минут назад, когда на стриме вот все спрашивали, почему папа обидел Василия, я его не обижал. Якобы, я не видела ваше видео. Почему папа обидел Василия? Потому что он назвал его дочку пиздой внезапно. Но мы не поддерживаем, честно, обзывательство в адрес Елены в том числе. Но я бы ее звать не хотел тоже. Я не знаю, по-моему, с ней мне бы тоже было довольно трудно общаться. Я вот себе с трудом представляю стрим с Еленой, несмотря на то, что у нее философское образование. Знаете, есть такие ситуации, когда мне с философами труднее общаться, чем там, например, с естествоиспытателями. Например, с Борисом Сергеевичем мне куда приятнее общаться, чем было бы с ней. Во многом из-за специфики ее именно научных интересов мы почему-то как-то вряд ли сойдемся с ней. К сожалению или к счастью, не знаю. Ну и вот такое вот. Да, я тоже думаю, относительно душно будет общаться. Она такая вот, не знаю, у нее такой образ преподавательницы. Преподавательницы, вполне себе такой классической преподавательницы. У меня плохие отношения со всеми классическими преподавательницами. Не люблю, когда меня жизни поучают. Не люблю, когда меня пытаются научить, очень много поправить. Особенно там, где можно поспорить. Ну то есть, мне кажется, у Елены Борисовны стиль вот такой вот... поучительной преподавательницы, которая нас там учит, поучает, рассказывает что-то, но когда ты общаешься при этом с человеком, тоже обладающим кандидатской степенью, например, ну, наверное, это будет не очень хорошо. Васил, кстати, довольно грамотный специалист по истории философии. Ну вот мне всегда Васил нравился в этом смысле. Он совмещает в себе, с одной стороны, профессионализм, а с другой стороны, ну, может и девушку пиздой внезапно назвать. Вот эта часть уже такая себе, конечно. Но это уже совмещается со спецификой стримов. Если бы Васил был покладистым, душным таким... добрячком, таким морячком, который, не знаю, любит всех девочек, так, молодцы, вы все молодцы. У него, скорее всего, зрителей было бы значительно меньше просто. У Васила получается совмещать две противоположности, и в этом смысле, ну, на этом строится во многом его контент. Ну, наверное, мне так кажется, по крайней мере, вот что я могу сейчас сформулировать. А вот с Еленой Борисовной я не знаю. С ней, как ты думаешь, было бы тяжело. А как относишься к стендап-комедии? Да не очень, я что-то не помню, чтобы я видел какую-то смешную стендап-комедию в последнее время. Молодой еще, импульсивный. Да не, я думаю, это черты характера, которые даже в старости не особо сгладятся. Ну, может быть, сгладятся, но хрен знает. Это в основном связано, наверное, со стримовской карьерой и деятельностью. Может и нет. К сожалению. Я вас защищала. Потому что, в принципе, у меня как было дело? У меня каникулы. Хочешь барсику взять? У меня каникулы. И мне, в принципе, нечем заняться. То есть уже такая... Д'Артаньян почувствовал, что тупее. Ну, бля, маргинал душил и пошел, блядь, читать донаты ебучие, которые даже со стримом были не связаны, которые надо было бы зачитать до стрима или после стрима, например. Он все говнище прочитал, которое только можно.
И потом в конце, когда вроде бы началась более-менее подвижная беседа, он начал играть в копателя. Или как-то хуйня называется, сапера, блядь, сапера, да. Охеренный стрим с маргиналом, конечно. Но, опять же, у меня одни из самых лучших стримов это с Орловым, с Марготом. Как ни странно, я считаю, один из лучших стримов. С Перепечиной хорошие стримы бывают. А вот с маргинал, ну, он, в принципе, во многом периодически показывал, выказывал неуважение. Да и в целом, да нет, было местами нормально, мы с местами нормально общались, местами нет. То есть там как-то было вот попеременно. Ну, видно, наверное, было, что маргинал не особо хотел подружиться, так скажем. И как-то мне... Хотя, в принципе, я был довольно открыт в данном случае. Я не то чтобы против, и до сих пор не то чтобы против него. Вечером прилетает, ну, вот вопрос. Цунада, привет. Хотите постримить? Я захожу на ваш... Когда перепечено? Когда-нибудь. Ну, в этом месяце, скорее всего, будет. Лучше, чем Самойлова. Ну, блядь, ну с Самойловой они просто такое говно там устроили. Я просто в шоке. Я отдельно не так давно попытался пересмотреть весь этот стрим. Я пролистал его полностью. Ну, не просмотрел, конечно, это говно, все смотреть тяжело. Бля, там такое говно. Там такой мусор. Это просто мусорка, это кринж. Это просто тотальный кринж, весь стрим. Вашу страницу. У вас на странице нет никакой нормальной информации о вас, кто вы. Нет даже вашей фамилии, имени и отчества. Как вас на самом деле зовут? Я, кстати, не знаю, какое отчество и какое ваша фамилия у Васила. Как ни странно. И дальше я вам пишу, пожалуйста, скиньте какие-то видео вообще, что вы делаете. И дальше вы говорите, у меня стрим, я скину позже. И дальше я просто лезу, ну, я была не одна, мы не с Борисом Сергеевичем, и, в общем, мы, с кем я находилась, лезем искать видео ваши. И находим несколько видео, где вы смотрите Бориса Сергеевича, они достаточно малые, ну, такие, как бы они, просто вы там что-то говорите, едите, ну, и не особо интересно. Оценка такая. Интересная. И тут YouTube на вашу с вами беду рекомендует видео со мной. Ну, естественно, я человек очень тщеславный, я немедленно лезу смотреть. Вот, тем более вы меня зовете в гости, как бы к себе. Но я смотрю видео, смотрю, и, понимаете, вот, ну, вы говорите не только меня там как-то обзываете, вы на самом деле меня там обозвали, вы еще там говорите некоторые вещи, которые, в принципе, ну, неприлично говорить каким-то, ну, взрослым людям. Елена Борисовна, сейчас, давайте я вам объясню. Лена Борисовна, это стримы. Публика на этих стримах нередко, вот 18 плюс-минус бывает, плюс-минус 18, 20, иногда 30 лет. Вот такой вот захват вот большой, особенно публика маргинала и публика Васила, это вот такой вот захватик там, не знаю, от 16 до 30. От 16 до 30, вот-вот-вот, там. Там мало смотрит народа, вот таких вот дедушек, как ваш отец. Нет, там в основном такие люди помладше, звена помладше. Да. И поэтому приходится выбирать тот язык, который эти люди понимают. Васил, безусловно, умеет разговаривать на академическом языке. Проверять этого не стоит даже. А вы, Елена Борисовна, вы не выкупаете. Вы не выкупаете, к сожалению. Да, Петр, она очень похожа на препода. Вот даже вот у нее такой вот... Именно в плохую сторону. Сейчас я вас буду поучать, друзья. Сейчас я буду поучать. Вы меня оскорбили. Сейчас поехали, короче. То есть, понимаете, я не интернет-персонаж. Я не тролль. Я взрослый человек. Сидит, ну, студент, ровесник моих студентов. Там сколько вам лет? 23-24 года. Сидит ровесник моих студентов. Ну, студентам по 17-18, иногда, ну, 20, может быть, лет. Если вы не ведете группу у аспирантов, то вот так вот. Который утверждает, что он ультраправославный и говорит там, что бы он там со мной сделал. Блять, я не представляю, что Васил мог там сказать на самом деле. Нет, я представляю, что Васил мог там сказать, какой он ультраправославный, и что конкретно он мог с ней сделать. Я, в принципе, представляю, что Васил мог придумать, но...
Ой, жестко, 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 странно. И человек, с которым я смотрела видео, он говорит, пойдем, поедем, давай сейчас я ему пойду морду набью. Я говорю, ты что, с ума сошел, типа мы культурные, мы тут за феминизм, за все такое. Я говорю, давай я ему напишу, что он имеет в виду вообще, потому что зачем вы меня звали на стрим, я не знаю же вас, порофлить, еще. Не, Васил хорошо ведет стримы гостевые, как ни странно. Ортодоксальный риминг, да, типа того. Но вот, вот проблема заключается в том, что стрим, ну, у вас был стрим с Василом, насколько я понял, Елена Борисовна, и стрим был, наверное, хороший. Наверное, хороший. Васил дает высказаться своим гостям, он ни в коем случае не троллит. Вот, ну, это... Ну, в отличие от маргинала, короче, Васил не кринжует на гостевых стримах особо. Вот, если это не с друзьями, какими-то с приятелями. Поэтому тут такое вот, такое вот, такое вот. Ну, говорят, хороший стрим, но я не стал смотреть, я немножко поперелистывал, я послушал, как говорит Елена Борисовна, и мне стало скучно. Просто скучно, те темы, которых она касается, меня в философии практически не трогают. Живого философствования это я там не заметил, споры я там не заметил, никакой динамики я там не заметил, я выключил, короче, их стрим. И не из-за Васила, а из-за самой Елены Борисовны, такое, конечно же, мало интересно оказывается. Даже мне, даже кандидату наук, короче, не очень весело. Это первое, Василий. Во-вторых, Василий, есть такое маленькое но. Вы вот говорите про этику, а вообще, уважаемый Василий, нехорошо чужую переписку, то есть я не давала вам своего разрешения, на то, чтобы вы цитировали с кем-то, обсуждали нашу с вами частную переписку. А какую переписку? Ну, то есть он сказал, она мне вот пишет. Это. Во-вторых, Василий, вы же тогда бы рассказали, когда вы за час всего до стрима, то есть я уже в одной ногой я стою в такси, чтобы ехать на этот стрим, вы пишете, что вы заболели. И я вам, оставшись, все-таки, слава богу, я осталась гулять, вижу вашу страничку, где вы пишете, что там у вас страшно опух язык, что у вас здесь сильно болит горло. Я была с человеком, который профессиональный медик по образованию. Я вам написала, что, типа, возможно, у вас очень тяжелый состояние. Говорит, напиши, типа, вот, возможно, у него там все очень плохо. Я вам написала. То есть нигде вы от меня какого-то негативного отношения в свой адрес не получили. И дальше мы с вами... Боже, мне кажется, они оба кринж-тролли. То есть, Бояршинова семья кринж-троллей, которые сейчас троллят Васила и Жмелевского. Не, серьезно. Возможно, они нас переиграли просто. Возможно, они нас переиграли. Просто Бояршинова, как видите, ему похеру. Он сидит, ему насрать. Он просто потролливает рядом. И она, может быть, троллит. Как вам такое? Может быть, это реально такой стиль кринж-троллинга. Они списались? И нормально, как мне показалось, постримили. Но теперь, оказывается, я была обижена. Я спросила, как мне к вам, как вы себя позиционируете, как тролль. То есть я же вас не вижу. Я... Ну да, этика разная бывает, действительно. Я вас не знаю, я с вами не знаком. И вы поймите, что я не интернет-персонаж, не комик. И как же он себя позиционировал? Ну вот он сказал, вот, потом он писал какие-то свои ролики, что мы там про христиане. Ну он реально ее боится. Ребята, это... Борис Сергеевич, моргните, если вы в заложниках у своей дочери. Короче, да. Ща. Что мы там, значит... Ладно, все, давайте, хватит. Если хотите, чтобы я досматривал вот этот потрясающий шедевр, закиньте, пожалуйста, денежки на 11 минут еще сверху. Я думаю, что стоит продолжить с Бояршинову, потому что, ну, блядь, я иначе могу все забыть и перепутать. У меня поочередность видео идет довольно-таки четкая в данном случае. Поехали, короче, с Бояршинова. Продолжим с Бояршинова. Напоминаю, что было в прошлой серии. В прошлой серии Борис Сергеевич Бояршинов прислонил нож к шее кота и сказал, что он зарежет его, если Васил не извинится перед его дочерью за то, что он назвал ее пиздой в прямом эфире. Напоминаю, да, что это было. Мы продолжаем вещать непосредственно из квартиры Александра Шадова, где нашли труп этого кота, кстати, обезглавленный, неожиданно. Да он сам не знает, кто он. Он, значит, как это, не знает, что он Конституция или Ассасин с хреном. А тут... Кто Ассасин? Васил Ассасин? Что? Вот он вот сегодня, он, значит, как религиозный фанатик, завтра он что-нибудь еще... Нет, ну просто человек, как бы, то есть мне вопрос, зачем вы меня зовете на стримы? Порофлить надо мной? Или, ну, как бы, пообщаться, поговорить? Так пообщались, поговорили, Елена Борисовна, и послушали вас на стримах, высказали все, что захотели.
То есть, ну, Елена Борисовна, что же вы на Васила-то наезжаете? А чего Васил вообще так обиделся на дедушку? Я не знаю, чем, кстати, он на дедушку обиделся, мы еще до этого не дошли. Здесь в основном разбор идет того, что Васил один раз в адрес Елены Борисовны сказал слово «пизда». Неожиданно, где-то там, когда смотрел видео с ней причем, и она где-то отрыла это слово «пизда». И это слово «пизда» очень сильно ей запомнилось, они 11 минут его обсуждают. Сначала они обсудили, что Жмелевский, короче, алканавт, конченый. О, пизда. Ссылка удалена, пизда. О, 10, топ 10 длинных смехов Убермаргинала, классика, переслушаем 10 тысяч раз еще, спасибо. Действительно. Или на самом деле, понятное дело, что... Я уже понимал, что вы хотите к Борису Сергеевичу попасть на стрим. Ну, а там, вообще-то говоря, вот на стримах очень любят людей, которые, ну, скажем так, вот у меня самый популярный, наверное, был гость, вот тот, который красил бумагу кварками. Ну, то есть это понятно даже самым, так сказать, далеким от науки людям, самым малопросвещенным, и они понимают, что они умнее его. Понимаешь, как? Вот это самое такое интересное, ну, вот, в принципе говоря... Вот как-то так. Вот, Василий, вы же этику проходите. Вы детям, наверное, ее преподаете. Каким детям? Боже, вообще довольно странно называть людей, которые младше тебя лет на 10, детьми, при том, что тебе уже за 30-ку. То есть, в принципе, ну 30-20 лет это очень сравнимые числа. Ну да ладно, называть людей детьми. Или вы, наверное... Проходит этику. Васил шарит за этику, да? Имеете право ее преподавать. Он, кстати, наверное, даже имеет право ее преподавать, он же аспирант. Вот мне прям это очень интересно. Сколько этично выкладывать переписку? Вот, ну, то есть, если бы я вам там писала, не знаю, там, Василий... У Елены Борисовны, на мой взгляд, крайне поверхностные, не знаю, знания про этику. Я не знаю, что она думает. Ну, типа, если ты изучаешь этику, то ты должен быть этичным или нет? Ну, причем, понимаете, здесь сходства даже никакого нет. Здесь даже никакого сходства нет. Но ты должен изучать этику и должен быть одновременно этичным? Нет, а какого хуя? Потому что этика — это многогранная дисциплина, которая изучает разные этические подходы. Там разные подходы. Есть такая этика, с помощью которой можно, ну, просто оправдать убийство, например. Есть такие этические системы, в рамках которых убийство не является чем-то плохим. А если, допустим, Васил пропагандирует такую этику, он должен был бы подойти с ножом и воткнуть его в живот собеседнику, например. Я не знаю, ну, как это работает в головах у людей, я серьезно не понимаю. Эх. Или я вам там всю, не знаю, бороду выдираю или что-то такое, угрожала или как-то обзывала, ну, конечно, огласка была бы. Это на самом деле была частная переписка. Вот и да. Ну, давайте посмотрим дальше, что там говорят наши друзья. Я говорю, ну, я перед вами извиняюсь, я вас не хотел ни в коем случае. Важно понимать, что они после этого видео еще раз позвали Василия Жмеля. Видите, если хотите, я могу... В принципе, ну, на стриме извиниться, вот когда вы придете, ну, если вы согласны. Она говорит, нет, не надо, меня зовут, у меня фамилия не Кадыров, типа, извиняться не надо. Вот, просто, типа, учтите, что вот вы первое впечатление такое. Я такой, ну, типа, окей. Ясно. Ради бога. Но у вас с ней был замечательный стрим. То есть, если она сначала говорила, что... Я, наверное, часа на два, мы, по-моему, стримили часа четыре. Да, мы стримили часа четыре, потому что я приехала с работы, я уже в этот день работала, и я приехала, я должна была утром идти в поход. И я просто понимаю, что если я утром пойду в поход, то я уже там через день, ну, то есть мне надо было опять было работать, я не смогу просто выйти. Нам пох. Нам пох на поход. Нет, стрим был довольно душный, на мой взгляд, с Еленой, без обид, но было довольно душно, на мой взгляд. То есть, у Васила бывают эфиры значительно лучше, с гостями. И с гостями он обращается довольно-таки хорошо, поэтому к Василу здесь никаких претензий нет. Важно понимать, что, ну, серьезно позвали еще раз и Жмеля, и не Жмеля. Так, мне кто-то там пишет в личку. Не буду оглашать. На работу. Поэтому мы постримили 4 часа. Опять же, к самому стриму с Василием у меня нет совершенно... Мне нужно было идти в поход утром, поэтому мы постримили 4 часа. Окей, хорошо.
никаких претензий. Но это был обыкновенный, ну, не супер интересный, наверное, для зрителей стрим. Мы закончили. Не, Бояршинова не всего заказали, 11 минут, друзья, всего-то 11 минут. Где она преподает? Кстати, не знаю, где она преподает. Кто пишет в личку? Ну, она, они переписывались, а Васил пересказывает какие-то тейки из лички их совместной. Пишут, с Астрой у Васила был лучший стрим. Ну, не знаю, смотря в каком смысле. И ей было как бы интересно, и, в общем, ну, хорошо постримили, пообщались. И она сказала, что она насчет меня... Нет, первые 10 минут я вообще сам бесплатно посмотрел, потому что когда мне это сокровище в подписках выплыло, я понял, что я хочу это посмотреть вместе с вами, ребят. А потом дозаказали еще 11 минут, и я, в принципе, рад. Если хотите, друзья, заказывайте еще, и, может, до конца просмотрим, потому что это шедевр. Короче, отец и дочка просто охуевают с современного нижнего интернета. Это шедевр. Говорит с Борисом Сергеевичем. Причем, вроде как, сама она это сказала. Ну, то есть, не я. Нет, Василий, вы там сказали, что надеюсь, я увижусь на стриме у Бориса Сергеевича. Я говорю, ну да, конечно. Вот. Как они будут убивать Васила вместе? Давайте. Сложными, но все равно, и вообще телефоны не у всех были, это понятно. Ну, я понимаю, это, да. Даже телеграммы ведь посылали, да, но вот я вспомню те времена. Василий... Письма ходят, конечно, очень долго, это формальный путь написать. Ну, сейчас-то да, сейчас электронная почта. Василий, вот в этом плане я могу его понять, потому что это вот молодежь, именно те, кто младше 30, их это очень раздражает, и учитывая это, что вот, да. Ну, я не могу это учесть, потому что толку-то никакого, я письма не воспринимаю. Ну да, бывает. Ну, поэтому я, например, для того, чтобы застримить с Бояршиновым, сделал исключение. Вот пришлось сделать исключение, чтобы с ним застримить и созвониться. Мне пришлось звонить в Москву, короче. Мы с ним обсуждали эфир. У него был мой номер. То есть они это договариваются не в социальных сетях, а именно по телефону. Договариваются по телефону. Да, ну что такое, да. Уважаемый дяденька, вы же, скорее всего, застали еще телефоны кругленькие. Я тоже кругленькие застал, но это не значит, что они должны мне нравиться. Но проблема, опять же, заключается в том, что, ну, блять, ну, по сути, что нужно сделать для того, чтобы договориться на стрим или просто на встречу? Назначить время и дать друг другу скайпы. Для этого телефон не нужен. Понимаете, что было смешно? Когда мы с Борисом Сергеевичем, вместо того, чтобы он мне просто написал свой скайп, он мне его продиктовал. Продиктовал свой скайп на английском. Ну, понятно, на английском, понятно, английские буквы там, правильно? Он его продиктовал с большой вероятностью, что я могу воспринять его неправильно. Ну, то есть, по-моему, стратегия такого вот телефонного... Короче, телефонная стратегия в данном случае себя не оправдывает. Если вы хотите там по-дружески с кем-то поговорить, может быть, телефон или скайп или что-то еще, ну, более как-то приемлемо, чем нет. Окей, ладно. У кого-то это имя, у кого-то нет. Судя по возрасту, большая часть вашей молодости, как и моей, прошла без мобильных телефонов. У меня телефон появился там практически, когда уже в университет там поступила. Ну, чуть-чуть раньше, там, на год. Но по большей... Бля, ей что, реально под 40 уже? По большому счету, вот, что в этом странного? Но я понимаю, они в этом плане правы. Для них ты как бы динозавр. Вот. Ну, здесь не то чтобы динозавр, но просто это не очень рациональная стратегия, когда можно просто назначить время, написать две цифры там, например. 12:00 Skype. Будет переговоры просто. Ну, то есть не стрим. Написать буквально несколько слов можно. И все. И все решено. Все заделано. Приветствую, Лучик Надежды. Друзья, не забываем заказывать видео, потому что у меня сейчас пустая, как бы... копилочка, давайте заказывать видосы, потому что, ну, иначе я скоро уходить уже буду. Продолжаем. Так, и звонит мне, и, значит, начинаем обсуждать эфир.
принципе, общение было в таком, с его стороны, в достаточно токсичном. Я, если что, Борис Сергеевич, если вдруг вы это посмотрите, хотя вряд ли будет хайлайт, потому что мы не на Ютубе, вот, но я, если что, без претензий... Ну, у меня Маркин нарезает практически все, так что я думаю, что какой-то хайлайт будет. Короче, я без претензий, вы меня позвали, мы с вами эфир сделали, я, в принципе, доволен. Мне очень понравилось, он очень доволен, но при этом тут, по-моему, 30-минутное видео о том, как он к тебе сходил и как ему было бедному плохо. Не, ну тут такое, я не знаю, в принципе, Борис Сергеевич, мне понравилось с ним беседовать, у нас с ним хорошая беседа получилась. Но я предполагал, что от его настроения может, ну, многое зависеть. То есть он мог начать, ну, тотально овнить. То есть иногда у Бориса Сергеевича включается режим берсерка, когда он просто пытается разносить своего оппонента вообще практически любой ценой. Как это было с Храбровым. Просто вот Храброву стоило только там начать что-то про коммунизм говорить, все. Борис Сергеевич зажигается и уничтожает все живое вокруг себя в радиусе в нескольких километров. Поэтому, ну, вот такое как-то, вот как-то так, я не знаю, трудновато в данном случае. На самом деле, Борис Сергеевич, вот в чем-то Василий прав, потому что я помню, ты разговаривал, вот у нас философ есть, который по вторникам у нас, вот, Чат, кстати, восстановился задний, все нормально. Мы вместе его, ты так его тоже строго начал спрашивать, что да, как ваше настоящее имя, ну, потому что да, вы все шифруете, вы же не представляете, здрасте, у меня кличка там Вася Кривой, а зовут меня Петя Сидоров, давайте вот поговорим, потому что, ну, непонятно, с кем вы имеете дело, да, это как интернет. Как в фильме «Анализируй то», он там, значит, объяснял, я еще зовут чокнутый, долбанутый профессор, еще как-то, вот. Да, и... Я, говорит, новые канцелярии. Ну, в общем, там вот этот вот товарищ спрашивает, а что, типа, это допрос, Борис Сергеевич, вот, но вам человек вам позвонил, ну, Борис Сергеевич совсем так разговаривает. Ну, вообще, допрос. Да, то есть о чем мы с вами можно, стресс-интервью называется. Я вежливо говорю всегда. Ну, ты вежливо, да, это говоришь так, что это допрос с пристрастием это называется. Ну, да, Борис Сергеевич довольно токсичный в разговоре, вот про это, так сказать, он знает, ну, что же делать. Нет, я не согласен, что Борис Сергеевич всегда токсичен в разговоре. Я не согласен, что Борис Сергеевич всегда токсичен в разговоре. Но у него есть такие режимы, в которых он может быть прям реально, ну вот, машиной для уничтожения. Лично мне разговор с Борисом Сергеевичем понравился. У нас с ним получилось как-то даже по-доброму. Хорошо так, позитивно, с учетом, что у нас разные позиции были, я и по науке немножко прошелся. Ну, то есть, по сути, ну, наверное, понятно, что там много было за что зацепиться, чтобы там устроить какой-нибудь конфликт, отчет и так далее. Но Борис Сергеевич не стал этого делать, и было вполне так себе позитивно, поэтому, нормально получилось, хороший эфир. Но я знаю, что Борис Сергеевич мог попробовать как-то продавить свою позицию и мог очень сильно начать давить. В принципе, у него есть режимы, в которых он так выступает, как такой, вот, знаете, доминатор в споре. I'll be back, терминатор, просто вообще совершенно мощный. Я ни в коем случае не считаю Тарантино бездарем, у него отличное, интересное кино, мне больше всего нравится там Inglourious Basterds. Не буду зачитывать этот коммент, там что-то такое. Не научишь новым трюкам. Но мне особо нравится, что Василий знает слово «токсичный». Вот он ведет себя как очень токсичный. Я думал, он скажет тактичный. Нет, он ведет себя как токсичный человек, но при этом, значит, расскажешь, что токсичный ты. Василий, вы тоже очень токсичный. Вот только не в личном общении, а... Не, ну я мог накосячить про влияние сознания в квант-мехе. Ну, я, видимо, имел в виду влияние наблюдателя. Я не буду зачитывать то, что написал Джон Дойе, но понятно, нахуй, короче, мнение, я же сармата по этому поводу. О вашем поведении вне личного общения. Я просто делюсь, ну, впечатлениями, я на этой, ну, в целом, повторюсь, я доволен, но я имею право вот поделиться какими-то своими наблюдениями, тем более, что, ну, я понимаю, откуда, как бы, ноги растут, ну, мне так кажется.
Кстати, Василий, я вам так могу сказать, что вот до этого видео, которое мы смотрим вместе, Борис Сергеевич не знал, что вы меня как-то обзывали или что-то мне говорили. Охуеть просто. Охуеть. То есть теперь вот Борис Сергеевич знает, просто надо так вот отметить. Тебе пизда, короче, Васил. Васил Аль-Руси, мне было очень приятно с тобой пообщаться, короче. Ну, ты очень приятный человек, очень умный. Я очень уважаю твои познания в философии, особенно в истории философии, особенно в истории философии Средневековья. Ну, я считаю, что ты действительно очень-очень хорошо разбираешься в данной теме. Мне очень жалко терять такого специалиста. Друзья, давайте все вместе встанем и попрощаемся с Василом Аль-Руси. Мы лишаемся одного из самых интересных стримеров на Ютубе сегодня, православных, все. Не знаю... Там-там-та-там-там-та-там-там-там-там-там. Все, Васил, к сожалению, ну, ты умрешь, видимо, после того, что ты нагрубил дочери Бояршинова, и она ему рассказала в прямом эфире об этом. К сожалению, это конец. Такую вещь, что мы, люди, очень злопамятные. Но в каком плане злопамятные? Не в плане, что я лично могу на кого-то зло затаить. Если да? Что, забуду на бумажку. Да, нет, мы злопамятные, если... Да, F, press F to pay respect, друзья. Давайте все вместе. Васил, мы любили твой контент, но, к сожалению, ну, все. Как бы. До свидания. Очень жалко, что мы не стали хорошими друзьями, Васил. Я уж прям, я реально подумывал об этом, но, к сожалению, ты умер до того, как, короче, мы стали друзьями, дружище. Вот обидели нашего близкого. Да Борис Сергеевич, он на самом деле, он свой пацан, понимаете? Он на самом деле свой парень, он такой все понимает, он такой добрый, хороший, веселый. Но тут дочка. И такой... Такой, да, дочь, все пиздец ему. Я его отхуярю, как бы. А потом такой со своими пацанами уже, ну, нормально, все хорошо. Все будет классно. Нет, я никого не буду убивать. Он уйдет, но его хайлайты останутся с нами. Но его хайлайтер останется с нами и будет вечно хайлайтить. И просить деньги на хайлайты. Вот, например, там у меня мама когда-то там ее обидела какая-то ее знакомая. И мама уже с ней давно помирилась, а я эту знакомую до сих пор ненавижу. И поэтому я никогда Бориса Сергеевича в какие-то свои конфликты никогда не вмешиваю. Never. Потому что это себе же дороже будет. Он же, так сказать, это же будет, ну, как бы, он же зло затаит. Я вас рекомендовала, что, ну, как я его рекомендовала, я рекомендовала очень хорошо, что мы очень хорошо постримили, напиши ему, он такой нормальный, говорливый мальчик, напиши ему, значит, что он вообще вполне там, есть у него видео. Это от души, ребят, это я для себя смотрю. Если у вас есть заказы, прошу. Прошу. Я жду ваших заказов сейчас. Я бы хотел, чтобы вы мне что-нибудь заказали на вечер, потому что, ну, все, видосы закончились. Если мы будем без видео, я в 21:00 пойду. Но я надеюсь, сейчас будут заказы. Видео там какие-то про христианство, вы о чем-нибудь поговорите. Вот, он там вроде свою позицию... Ну, Васил, может, как Тупак станет. Там тоже посмертно куча альбомов выйдет, куча хайлайтов. Сумеет отставить, ничего страшного. Вот, ну, не знаю, в общем. Вот, и, ну, разговор был, с его стороны, в достаточно токсичной манере, и, ну, так он как-то пытался меня, значит, поддеть, и что, как у нас называется, подъебать. Не, ну, на самом деле, мой стрим с Бояршиновым, наоборот, вышел таким, что он не пытался меня поддеть и подъебать. Мы с ним довольно интересно побеседовали. А вот с Ежи Сарматом было довольно забавно, потому что он весь стрим пытался меня подъебать, как бы. Вот тогда было, да. Но это жанр. Я, в принципе, любые жанры приемлю, мне, в принципе, похуй. Вот. А какой-нибудь пример есть? Я просто не смотрел. По поводу мата, что вы вот что-то там выражаетесь много. И по поводу... Ну, какие-то там были, знаешь, такие вопросы в духе, а вот в честь кого вас крестили, вот такого. Страшный вопрос. А вот как... Да ничего, боже, страшный вопрос. Да. В честь Василия Великого его крестили. А я же еще Рязанский.
Ну, есть много Васильев, не один только Василий Великий. То есть это воспринимаешь, вопрос это воспринимается как подколупать? Ну, это, наверное, значит, понимаешь, что выражить буду, наверное. Вообще, в принципе говоря, иногда настоящее имя, которым крестили некоторые люди, не сообщают, потому что боятся, что те будут на них что-то выражить, колдовать. А Василий, он старообрядец? Говорит, что нет. Я его спросил, он вежливо так. Старообрядец! Ой, Борис Сергеевич. Ну ладно! Никонянин, что ли? Понятно. Борис Сергеевич, глухота какой-то второй степени. По телефону не слышит, когда говорит. Глухой, что ли? Нет, ну, глухонемой, что ли? Да? Ну, фильм нет, такой на был. Самом деле, скажу так, тут Василию дадим должное, что я тебе говорю, что по телефону с людьми, вот для молодыми, ты говоришь так, что это имя воспринимается как токсичный наезд. Вот, поэтому... Они просто со взрослыми людьми никогда не говорили. Ну, он сколько ему лет? 23? Ну, где он там со взрослыми людьми? Где он там со взрослыми людьми поговорит? Вот ты со студентами... Бля, ну на самом деле вот это уже токсично. Слышите, молокосос какой-то, где он, блядь, еще со взрослыми людьми поговорит? Умственно отсталый дегенерат, усы какие-то, блядь, еще православные. Да долбоеб вообще тупой, малолетний кретин. Вот ребенок, просто шкет, блядь, подзатыльник. На, Васил, на тебе. Чмо маленькое, пошел нахер в угол, сиди. Будет тут еще про дедов говорить. Ах ты ублюдок, на. Ну что это за дискурс, ребят? Ну вот это токсичный дискурс. Вот от вас двоих, к сожалению, уважаемые, вот это токсичный довольно дискурс, да. Ну, если бы в мой адрес говорилась такая вот тема какая-то, мне бы это не понравилось. При том, что я довольно нейтрален ко всяким, не знаю, оскорблениям, обзывательствам. Но такие оскорбления и обзывательства, они прям вот изнутри, как бы, знаете, берут. Ну, короче, окей, Васил Молокосос, типа, охуенный аргумент, здравствуйте, друзья, круто. Где он еще пообщается со взрослыми людьми? Где бы, блядь, он еще пообщался со взрослыми людьми? Этот чувак в университет вообще-то ходит и с преподавателями общается регулярно и выступает на конференциях, я полагаю. Ну, по крайней мере, ходит на них. Чё за херня? Боже мой. Чё происходит? Ну что? Ну зачем? Ну, Бояршинова, ну вы же хорошие умные люди. Ну зачем вы начинаете? А. Ну нахуя? К чему? Твоими, ты же на них так не кричишь? Тебе приходил чё какой-то... Чё кричать? Я им двойку поставлю, и всё. Мальчик какой-то приходил, молодой политик, какой-то... Политик? Ну, Росов? Какой-то... Куда приходил-то? На стрим? Робин какой-то, Бобин. Робин, Бобин. А, был это американец, ну, такой ты же не наполовину. Кричи. Роберт Райт. Робин, Бобин, блядь. Робин Бобин. Спасибо большое, Ф. Сейчас посмотрим, что вы заказали. Ой, ладно, давай, я уже какой второй час ночи, я хочу внезапно работать. Да. Какой страшный вопрос, какая ваша фамилия вообще? Как ваша фамилия? Что? Как-то вот немножко там это было похоже на общение с преподавателем. Ну это не удивительно. Да, и который к тебе не очень... не очень хорошо относится. Да уж. Более того, я пытался как бы объяснить Борису Сергеевичу, что он вот мне в чат пишет, что он порофлить хотел. Ребят, я с Бояршиным говорю по телефону, это был третий или второй разговор. Мне есть чем сравнивать. То есть до этого я этого не ощутил в разговорах. Вот. Ну, вы этого не ощутили, потому что вот в ту неделю, когда вот вы писали, у Бориса Ильича был 2 сердечных приступа, вчера был 3. Да ладно. Ну, да, что неладно, прохладно. Печально. Ну, вы этого не ощутили. Вот видишь, как обидела ребенка. Да. Я ему пытался объяснить, что я по образованию философ, да, что у меня философское образование есть. Вот. Но я сказал, что я рассказываю там философия, религия. Говорит, нет, давайте про теологию поговорим. Василий, подождите, не надо. Все это. Про теологию. Вот. Я согласился. Хотя я пытался как бы понять, что это не моя, основная тема, да, у меня нет теологического образования, но фактически Бояршинов настоял на этой теме.
Да уже похуй. Васил ребенок, забили. Все, я теперь Васила буду ребенком называть. У Васила теперь кликуха такая, ребенок будет. Слышь, короче, если я когда-нибудь увижусь, будет фотка. Шадов его пиздюк, Васил, типа, я не знаю, он же ребенок теперь. Типа, Васил известен всему миру как местный ребенок нижнего интернета. Ну, довольно странно. Серьезно, не нравится. Особенно, когда Елена Борисовна называет его ребенком. Вот, не нравится, когда Елена... Ладно, Бояршинов. Ладно, Бояршинов. Ну вот Бояршинову в силу возраста еще как-то, ну вот плюс-минус, наверное, можно называть. Да и то не очень культурно, понимаете? Не очень правильно называть человека ребенком. А половозрелого мужика, половозрелого мужчину, нормального мужчину, обычного мужчину, которому там, не знаю, 25 лет где-то, я не знаю, сколько Василу лет на самом деле, называть половозрелого мужчину ребенком. Василий, вот если вы считаете, что Целенок. Вы можете цитировать переписку, я вольна цитировать наш с вами переписку. Да, можешь цитировать, похуй. Переписку? Да, Елена Борисовна, да. Которую вы мне прислали, у меня был вопрос к вам, как вас представить Борису Сергеевичу. Я прямо вот сейчас даже найду. Значит, Василий, большое спасибо за то, что позвали. Борис Сергеевич хотел бы вас спросить, о чем бы вы готовы поговорить. Дальше ваш ответ. Вообще, мои темы — это философия, метафизика, этика, политическая, социальная философия, плюс христианская теология и апологетика. Вы сами... Да, это его тема, действительно. Он в ней хорошо разбирается. Сами сказали про христианскую теологию и апологетику. Нормально? Да, хорошо. Он там напишет вам по поводу записи, вы тогда уговорите, так далее, что интересно будет. Вы не сказали, какой там, ну, политическая философия. Вот у меня, просто Борис Сергеевич были на канале вот, Ая Криман, Ангелина Дмитриева там приходили. Не знаю, кто такие. Сейчас вот тоже философы стримим, да, и они все говорили, я специалист там, не знаю, вот трансгуманизм. Я специалист в области преподавания философии, допустим, Ангелина Дмитриева, и специалист там философия сознания. Я там знаю, могу за психоанализ и какие проблемы в университете. Вы вообще вы сами написали, что вы христианский апологет и как бы вот вы этим занимаетесь. Вас никто. Ну, Василу надо было сказать, что он так или иначе является, не знаю, аспирантом философского факультета, например. Ну, не сказал. Ну, чё его засирать теперь? Кто за язык? Ребёнок, блядь. Язык не тянул писать. Ну, тут, правда, надо сделать оговорку такую, что философ у Бояшкова на канале было, ну, очень много. Это да. И его дрочь, это и маргинал, это и осьминог бесконечности, Александр. Yeah. Осьминог бесконечности тоже здесь засветился. Вот это кайф. Осьминог бесконечности везде. Вот это слава. Книжного чела, ну я пытался выцепить. Попробуем, кстати. Напишу менеджеру. Вот это кайф. Добрался до главного момента, в серединке, приятное воспоминание Александра Шадова. Же формат, да. Может быть, тут дело просто в том, что, ну, теолога не было, а философы были. Да. Вот, Храбров, да, кстати, Храбров. Вот, как философ был там представлен. Кстати, удивительно, с Храбровым Борис Сергеевич сделал не одно видео, и на некоторые видео бы Храбров бы мог бы обижаться. Ты там его как-то струл. Да, я согласен. Вот я как раз и в начале беседы об этом как раз говорил, о том, что Борис Сергеевич просто давил Храброва, он прям его, ну, разносил во все возможные щели, только так. Ого. С него стал спрашивать-то, где камень был. Ты прям строго с него сдал. Да, ну, охота видеть всегда. Революционер с камнем, тем более. С камнем, ну, он не, строгий. Не, ну, хороший, надо как-то пригласить его. Он такой очень самобытный. Ну, кстати, самобытный, да. Самобытный философ. Он, правда, так, диалектика это такое для нас больное место, да, для моего поколения. Потому что все надо понимать диалектически. Нет, я никогда диалектически не понимаю, все очень легко.
если заявлят. Значит, у нас было... Друзья, не забываем заказывать видео, потому что, ну, это будет последнее видео, если вы ничего не закажете на сегодня. Эфир, да, ну вот... В ходе эфира Борис Сергеевич... Он... А закажите, кстати, видео, где Бояшинов застримил со Жмелем и с Василом. Закажите видео, я бы хотел посмотреть. Начал, значит, задавать вопрос, а как вот мы, вы можете why are you gay? Почему я, значит... Это он как бы спрашивает, почему вы гей? Вот он так играет. То есть он мат сравнивает с сексуальной ориентацией. О, как. Ну, типа, это ничего по этому плохого, нет? Ну, конечно, гей — это хорошо. Серьезно. Гей — заебись. Ну, я, в общем, обосновал. Потом был момент, с которого я, честно скажу, я кринжанул. Когда Борис Сергеевич начал демонстрировать на экране свои бицепсы, я не знаю, что могло случиться кринжово. Какие эротические фантазии у Жмелевского. Ну вы же сами на свой голый торс можете посмотреть. Вы же сколько вам? 35-36, у вас там все уже потихонечку должно тоже обвисать к низу-то. Я показал. Но это происходит только на Good Game, друзья. Не забываем на Good Game заходить, кстати, потом. Потом, может быть, что-то будет там. Это весело еще. Картинки с моей страницы. Ебать, блядь, расследование. Значит, там, типа, я вот изображен с рогами черта и с перевернутым крестом. И под икону я там изображен, и картинка «Ненавижу, блядь, цыгана», там, я кринжану. Сука. Василий, у меня такой вещь, опять же, вот у меня коллега, ему 28, он нанял на работу молодого человека, ему было 20. И тот сделал, а у них какая госкорпорация такая, он им сделал рассылку со смайликами, ну это было типа, давно там смайликами, чуть ли там не какие-то там удавский язык, еще что-то, понимаете? Албанский. Ну не знаю, там в общем все такое, вот, какие-то еще вещи, то есть, понимаете, для, на самом деле, для пожилого человека, ваших, и, кстати, для меня тоже, потому что, ну, я все-таки с того поколения, где на аватарке стоит своя фотография, хотя, может быть, там 5-6-летней давности, где ты еще такой молодой, красивый, и у тебя вот тут нет, в общем, морщин никаких на лице. А, вот, а, и, ну, тут понятно, что у вас здесь, к сожалению, не произошел контакт, ты его настроил сразу против себя, вот. Я? Ну, а что ты его стал спрашивать про эти картинки? Да я не сразу стал, я в конце его спрашивал. А, ты в конце его спросил? Ну, конечно, старый Шкарбалов-то. Старший Шкарбалов. А, ты всегда в конце его спросил. Ну, понятно. Блин. Ну, я надеюсь, друзья, вы понимаете, по какой причине я бы не хотел стримить с Еленой Бояршиновой. Ну вот вы видите, что происходит на самом деле. На самом деле, я в принципе к Борису Сергеевичу очень позитивно отношусь. Очень позитивно. К Елене Борисовне я не то чтобы отношусь не позитивно, но я не думаю, что с ее характером, как бы, мне было бы с ней очень весело стримить. Я кринжанул не потому, что мне нечего было ответить. Мне кажется, я... Вот, да, цыган одобряем. По-моему, я исчерпывающе обосновал, почему это так. Я кринжанул с того, насколько это неуместно. Ну вот, ну то есть, видимо, он готовился к тому, чтобы меня, ну, как бы, прижать.
Ему это уместно размещать, а мне спрашивают, как это уместно. А, кстати, у меня есть картинки, ну, правда, не в ВКонтакте, у меня есть картинки в Фейсбуке, где у меня такие огромные рога. Я видел, это шляпа на самом деле. Череп. Угадайте, кто это вырезал. Это ж Борис Сергеевич такое бы сам не сделал. Это технические навороты, которые находятся за пределами физиков-теоретиков, далеко за пределами физической науки, как бы. А поэтому, я думаю, это она сама сделала. И у меня еще синие губы. Я ходила в гости к художникам, они меня там нарядили. Я там такая, наверное, надо на аватарку взять какой-нибудь канал. Нет, ну, в принципе, ты же ему не по делу предъявлял, ты ему за картинки предъявлял. Я спрашиваю, что это значит? Ну, ты ему про картинки спросил. Он же это выложил, это в его галерее, фото. Не, ну на самом деле, я думаю, Васил сейчас слишком так чувствительно, наверное, ну тоже отвечает. Васил отчасти вот в этой беседе, вот здесь вот он как бы слишком лишнего сболтнул, там и про деда внезапно слетело с языка, хотя он почти извинился после этого, и так далее, так далее, так далее. Ну, короче, Васил немножко сболтнул, наверное, лишнего, так вот... Слишком эмоционально подошел к стриму с Бояршиновым Борисом Сергеевичем. И в этом смысле он, конечно, может быть, отчасти дал немножко повод. Совсем немного дал повод для того, чтобы его хейтить начали. Тут двойной парный хейт. Галерея, он там представлен. Ну, это его личная, так сказать, галерея. Ну, правда, я же не взламывал его код. Друзья, не забываем заказывать видео, потому что сейчас заказано очень. Вообще ничего не заказано. Вообще ничего не заказано. Где ваши видосы, друзья? Я не вижу ваши видосы. Давайте хотя бы рублей 500 сегодня еще задонатим, и я буду, в принципе, доволен хотя бы сегодняшним днем. Пока что очень мало денег. Просмотров было прилично, а вот денег было мало. Мало денег. Окей, сохраняем. Спасибо большое, Никита, за то, что скинули мне непосредственно... мем, я его даже выложу, я могу, не знаю, ссылку на вас дать, что это вы, короче, сделали, а могу не давать, как думаете, давать ссылку или не давать? А, потому что смешно. Да. У Василия удивительное понимание о личном, то есть частную нашу с ним переписку он решил обсудить публично, а когда о публично размещенных фотографиях вас начинают задавать вопросы, это очень кринжово. Кринжово это типа так... Это типа когда вот... Как ножом по стеклу. Да, как ножом по стеклу. Или бумага по пальцу вот так вот. Ненавижу. Бумага по пальцу. Да, такое очень утомительное ощущение. Но это ладно. Это, допустим, ладно. Мне не понравилось кое-что другое. Вот. Что мне не понравилось? Мне не понравилось, что, во-первых, я... Да, друзья, не забываем донатить, потому что жена хозяина квартиры не дремлет. Вполне возможно, мне придется в этом месяце переезжать. И честно вам скажу, переезд я не то чтобы смогу вынести сейчас на данный момент финансово из тех 13 тысяч, которые сейчас вот там вот красуются. А мне еще нужно заплатить за стиральную машину, желательно, как минимум. Отдать деньги менеджеру около 15 тысяч тоже. Как видите, я пока даже не подобрался к нужному числу. И так далее, так далее, так далее. Короче, мне нужно хотя бы 1040 в этом месяце получить. Если я не получу хотя бы 1040, я как бы все... отправляюсь под поезд бросаться, как говорится. Поэтому, друзья, был бы очень рад, если бы вы сегодня задонатили прилично. Еще хотя бы рублей 500 меня уже порадует. Я Борису Сергеевичу скинул. После нашего эфира мы договорились, что... Друзья, еще точно непонятно, собирается ли меня выкинуть из этой квартиры, поэтому... Но жена приходила, и она намерена здесь жить, но хер знает, что там у них с судом, с разводом. Если квартира будет, не знаю, если они будут делить квартиру, то вполне возможно, что я здесь останусь, просто буду платить деньги и ей, и им, ему. То есть половину ему, половину ей. Это было бы нормально для меня. Но мне без разницы, кому платить деньги в целом. Адски. Ну, вообще адская ситуация, честно вам скажу, адская ситуация. Блять, здесь куча мебели накуплена разной.
То есть здесь реально кучу, я с прошлых своих денег, вот там 63 тысячи, которые видите, там красуются, были в прошлом месяце, я накупил много мебели различной, поработать не пробовал, да я уволился с работы, блять, в прошлом месяце, ребят, чтобы стримить, понимаете, а потом у меня слетели просмотры, и пиздец начался, и денег мало. В прошлом месяце я заработал, конечно, дохерища, но пока маловато. Все равно пока мало, чтобы хоть что-то как-то себя содержать. Здесь дохера мебели, короче, куплено. И куплено мебели еще дохера от прошлых соседей. То есть я им, короче, 11 тысяч закинул из своих денег, чтобы у меня еще дополнительные шкафы остались, диван, на котором спать можно. Что с этой мебелью делать, тоже нихера непонятно. То есть мы пришли, и я решил брать квартиру, ну понятно, на долгий срок. На долгий срок. Квартира была абсолютно пустая. Не брать сюда мебель вообще не вариант. Вот этот стол, на котором у меня стоит компьютер сейчас, он тоже куплен как бы вот у прошлых соседей. Понимаете, в чем дело? Он реально куплен у прошлых соседей. Но в соседней комнате стоит тоже компьютерный стол, который был у меня в том доме. И в этом смысле у меня теперь два стола. В тот дом я переезжать со всей этой мебелью не могу, потому что мебели теперь очень много. Снимать еще какую-то квартиру, наверное, да, придется, но перевозить все это выйдет мне значительно дороже, чем в прошлый раз. Еще и на съем следующей квартиры нужны деньги. Я, короче, хуй знает, что делать на данный момент. Я пока не понимаю, что делать. А если у вас есть лишние копейки, заказывайте, пожалуйста, хоть что-нибудь. Вы мне очень сильно помогаете в данной ситуации, серьезно. Так, мышка работает хотя бы. Простите, что так байчу на донаты. Нужно было выйти на удобоваримый минимум в стримах и только потом увольняться. Но интернет-боец, для меня удобоваримый минимум в стримах это 30 тысяч. В прошлом месяце я получил 60. Два месяца подряд я не получал меньше 30. Понимаете? Для меня минимум удобоваримый это 30 тысяч в месяц. Больше я нигде ни на одной работе не заработаю сейчас, к сожалению. У меня не очень много возможностей зарабатывать, в принципе, особенно в пригороде. Поэтому, друзья, поэтому. Стримы – самая выгодная деятельность. Вот 13 тысяч, которые вы видите, если бы я дальше работал, не знаю, охранником, у меня бы не было этих 13 тысяч. То есть я бы заработал, не знаю, 17-ку сверху. Но работать охранником и одновременно стримить довольно сложно, просто поверьте. Я постоянно не досыпал. И тем более я не уходил в вечерние стримы, то есть вечером после 18 очень много денег приходит. Как ни странно. Ну то есть, ну, я взвесил все за и против и подумал, что так будет лучше. И так действительно лучше, но... Бля... Суки, кто одобрил Господа? Удалить сообщение Господа олигартрианства, пошел отсюда. Работал охранником церкви, там мне 17 тысяч в месяц платили. То есть, ребят, вы понимаете, смотрите, я в месяц 64 получал на стримах за месяц. Плюс 17 еще с потрясающей работой охранником церкви. Ладно, продолжаем. Я скину ссылки на свои ресурсы. Я скинул ссылку на свою страницу. Ой, да, Бояршинов Борис Сергеевич плохо работает с ссылками, когда я, ну, в общем, он очень плохо работает с ссылками, он ставит их в невидное место, на видном месте находится его просьба заплатить ему деньги. То есть гостевые стримы, гостевые, как-то, короче, встречи с Бояршиновым Борисом Сергеевичем, они не очень продуктивные по гостям в итоге получаются, потом по вступившим в группу, как раз ввиду того, что он не умеет правильно оформлять ссылки красиво, чтобы, ну, люди туда хотели заходить, чтобы это хотя бы бросалось иногда в глаза. Там моя ссылочка была такая массивненькая, маленькая микроскопическая ссылочка, которая еле-еле-еле-еле видно. И так далее. Интернет-боец спрашивает, ничего себе, то есть диплом философа вообще никуда не берут, ну, вы понимаете, что... Работать охранником церкви довольно выгодно, если я больше ничего не делаю сверху. Я мог писать романы, я написал, кстати, много романов за год. То есть я, опять же, укладываюсь в 10 романов в год. Учитывая, что я работал долгое время охранником церкви, это нормальная работа. Это нормальная работа, и деньги нормальные, и 17 тысяч. С тем же самым успехом в пригороде или в Питере, где-нибудь под Питером, я мог бы зарабатывать 20 тысяч, при этом в пятидневку. Или 2 через 2 зарабатывать тоже, там, не знаю, 20 тысяч. То есть, понимаете, насколько нижние зарплаты в нижнем секторе непосредственно экономической нашей сферы российской? Очень низкие зарплаты, это пиздец.
Так вот, еще фишка заключается в том, что, ну, преподавателем устроиться у меня пока не получилось, но я собираюсь попробовать в следующем году. В этом году я уже не могу, потому что учебный год начался, я пропустил срок подачи заявок. Ну, поехали дальше. Поэтому, ребят, поэтому, если вы великие, крутые инженеры, и вам нравится философский контент, там, не знаю, если вы много зарабатываете, я очень-очень сильно поощряю вас, ребят, что вы со мной делитесь. Деньгами что-то заказываете, что-то вот донатите даже просто так, это реально большая помощь, это круто. Из какого города? Я из Санкт-Петербурга, ну, я из Ленинградской области под Санкт-Петербургом. Живу я в поселке Токсово, ну, блядь, это, конечно, типа Палево. Ну, вы меня все равно хер здесь найдете, как бы, ну, то есть, ребят, вы меня все равно не найдете. Очень близко к Питеру, короче, очень близко к Питеру. Буквально 20 минут ехать до Питера на электричке. Ну, вот такой. Керш пишет, я сторожем 19 зарабатывал. Ну, понимаете, тут в чем дело? Можно в Питере зарабатывать и по 20-ку, но иногда сторожем приходится что-то делать. И ночной сторож — это тоже такая интересная профессия. Вы понимаете, не всякий ночной сторож имеет право спать, это раз. Не всякий ночной сторож может работать без лицензии, это два. Я мог работать без лицензии, я мог спать на своей работе, я мог делать вообще все, что угодно, я мог писать романы во время того, как я сижу там. Ну, короче, нормально. Короче, вполне нормально. Ну, то есть, получать 17 тысяч за ничего не делание, по-моему, топ. Два своих YouTube-канала, потому что у нас Елда Богов и Елда Богов Лайф. Я скинул страницу на Гудгей, на паблик ВКонтакте и на Гудгей. Борис Сергеевич в описании под видео оставил одну ссылку на YouTube-канал, я, кстати, не помню на какой. Борис Сергеевич в качестве обложки видео выбрал... Вот тут он по факту к тебе приложил, потому что... Ну это хуёво, да. Ну, то есть, формально говоря, чтобы мне как-то компенсировать, ну, то есть, стрим с Борисом Сергеевичем, хотя мне было довольно интересно с ним стримить. То есть, с точки зрения интереса, хорошо, а с точки зрения финансов и людей, которые приходят ко мне на стримы, тоже смотреть, очень невыгодно с Борисом Сергеевичем так или иначе встречаться, потому что, ну, он хотя бы не берет деньги. Вот, плюс. Поэтому был интересный стрим, мы интересно пообщались, потом я сделал кучу хайлайтов, чтобы это было хоть как-то, ну, какой-то материал из этого вышел. Сделал из этого кучу хайлайтов. И вот на этом я как раз гостей и сорвал себе, посетителей. Вот это было хорошо, вот это было правильно. Но если бы я не делал хайлайт, это был бы полный проеб, было бы скучно довольно бы. Ну, то есть, не то, что скучно, народа бы не было, И, соответственно, никакой прибыли от этого не было. Мы бы зрителями не поделились в итоге, не было бы ничего такого вот, что его зрители обо мне узнали, мои зрители о нем узнали. Нет, такого бы просто не было, и было бы довольно, ну... Не то чтобы неприятно, но понятно, что гостевые стримы так или иначе делаются за тем, чтобы люди поделились друг с другом публикой. Ну, например, не знаю, Василу, например, его публике, сам Васил может немножко поднадоесть, им нужен какой-то свежий воздух, они иногда приходят к Шадову. А от Шадова люди иногда приходят к Василу, потому что Шадов может им немного надоесть. И должен существовать такой вот, не знаю, круговорот, чтобы некоторые люди иногда там, не знаю, переходили от одного стримера к другому, интересовались там философией. Ну, то есть это нормальная ситуация, когда мы ресурсы друг друга прям вот, ну... Пиарим, это один из главных двигателей, так скажем, такого прогресса гостевого. То, что, ну, вообще гостевые стримы мы, в принципе, устраиваем. То, что это помогает нам пиарить наши ресурсы. Потому что у них, типа, принято, что он не спросил, на какие вообще ссылки разместить вот мои, ну, когда он меня там приглашал на стрим, да? На ВКонтакте и на твой YouTube. Вот, то есть здесь он тебя по фактам, они же ходят на стримы пиариться, да, поэтому он тебя, здесь он приложил по фактам, он здесь в какой-то мере... Нет, я его ввел в видео, это когда мы с ним говорили, мы же об этом договаривались, что я размещу ссылку на ваш YouTube-канал и на... В конце, вот, ну, это как это, финальные ссылки там будет, на него там есть ссылка. Ну, на канал. Он же тебе кинул 4 вот. Ссылки, а ты поместил одну. Ну, мы же говорили про одну. Ну, но там большинство ссылок не имели никакого отношения к YouTube-каналу, вот он сам сейчас говорит. Ну, нет, это бизнес, ничего личного. Ну, не знаю. Ну, такое. Ну, честно говоря, такое.
Потому что, ну, блин, Борис Сергеевич, наверное, не особо понимает фишку. Он бы, на самом деле, он очень хорошая персона медийная. Он мог бы распиариться, особенно в нижнем интернете, прям быть вообще топовым персонажем, если бы еще видосы смотрел. Я думаю, он был бы, ну, непобедимым гигантом, популярнее Маргинала в 1000 раз и популярнее Ежи Сармата в 1000 раз, если бы он умел вести вот эту вот всю деятельность. И гостей бы у него много было интересных. Ну вот. Ну вот, я думаю, в этом смысле, блин, ну, Бояршинов во многом сам себе немножко палки в колеса ставит таким подходом, конечно же. И я к нему второй раз в гости не пошел, как раз из-за ссылок, по большей части. Беседа была интересная, я смог на ней хорошо накайпить, она мне понравилась, она понравилась моим друзьям, она понравилась зрителям, мне Бояршинов сам очень понравился, очень интересный человек. Но именно такой подход с плохим пиаром, да, ему, я тоже считаю, что ему менеджер нужен, да, действительно. Именно подход с плохим пиаром, он как бы немножко губит его картину. Кстати, там что-то было мне заказано, да, вроде White Power что-то закинул. Новое видео смотрим. Относительность общую специальную про квант-мех. О, вот. Это можно за полчаса рассказать, да. Ну, я вот за час постарался, значит, мог бы... Понятно. А вот в этот ГТЕ какую проблему решал в своей статье на 2,5 страницы? Вчера, короче, выложили совместку, а потом бац и... Физик Бояршинов ползает на пузе, умоляя Васила о прощении, а тот затирает ему про этику и метафизику. Блять, что за жесткая хуйня? Кто это название делал? Из теории познания проблема. Проблема того, проблема знания. Да, давайте с самого начала еще тут. Слышь, малой, блядь. Здрасте. Слышь, блядь, ребенок, сука. Слышь, ты, блядь, малолетняя хуйня. Ты что там сидишь с усами своими, типа? Сюда, гостях у Васила. Васил. Васил, ребенок. Это ребенок. Философ. Это ребенок. Мы 8-го сказали, что он философ, а уже 9-го сказали, что он ребенок. Я с ним вот проводил до этого, значит, запись, мы с ним разговор такой же, по-моему, в этом же интерьере был, если не ошибаюсь. Вот, и мы с ним говорили об теологии, потому что Васил, он теолог-любитель, вот он, значит, наукой занимается, вот как теолог-любитель. Вот, ну, вообще есть такое занятие наукой-любительское и профессиональное, вроде как профессиональное, там, ну, вот... Диссертации пишут, а только есть любительская. А он диссертацию пишет по философии. Тема какая у вас, напомните? Ну, на данный момент я пишу кандидатскую диссертацию по философии. Ну, Васил, пишешь ты кандидатскую диссертацию по философии, но ты все равно как бы это, ребенок, понимаешь? Тебе уже все объяснили. Ты ребенок, Васил. Тема будущего кандидатского исследования моя... Почему я ребенок? Я не знаю. Это проблема существования сущностей в неоаристотелианской метафизике. Ага. Ой, какая ребяческая тема. Я о таком в 5 лет писал, скажет Бояршинов сейчас. Это вот как к какому разделу это все относится? Ладно, давайте вернемся к классике. Здесь скучно. Здесь реально извинения, там реально Бояршинов на пузе ползает. Это нехорошо, и он здесь я прав. Я не знаю, куда мне их было всовывать сзади там. Там бы даже таких ссылок-то не разместить. Значит, надо было в верхнем комментарии закрепить, делать закреп. Ты никогда меня не слушаешь? Нет, я бы что, академиев не кончал. Не меня бы, я тебя научил. Картинку, где я вот изображен в демонической ипостаси. Значит, и Борис Сергеевич написал в описании видео, не знаю, как русская православная церковь относится к тому, какую лексику, в общем, Васил использует для, значит... Ну, такое, да. Ебать, как он такое длинное название смог ставить? Там же, блядь, ограничение. Я зачитаю, дождайте, я сейчас зачитаю. Ну, если не материться, то можно еще более длинное название ставить, успеть. Это беседа с православным теологом Василом Марути, так он себя называет. Вот, причем я, кстати, себя не называл теологом.
Ну да. Я замечу, я не говорил, что я теолог. Вот опять же, вот апологет он апологет, а не теолог. Вот тут он тоже прав. Он написал, я имел в виду, как он себя называет, Ар-Руси, Васил Ар-Руси. Вот это имелось, как он себя называет. Он просто текст не читает. Ну ты тоже пишешь так, что вот... Я нормально пишу, я ставлю запятые и скобки. Я назвался теологом-любителем, да, я не говорил, что я теолог. А вот его канал на Ютубе, на один канал ссылка, только на день... Не, ну чисто по ссылкам слабо, конечно, но... Опять же, наверное, самый... Хотя, блядь, понимаете, в чем проблема? Даже когда мы с Ежи стримили, он просто, блядь, Ежи, пока я был у него в гостях, все было хорошо. Как только я съебал у него из гостей, он просто удалил ссылки под видео. То есть все люди, которые потом смотрели стрим, вроде бы они не видели ссылки уже больше. То есть это тоже, знаете, какой-то don't respect такой, антиреспект такой. Просто, ну... Чувак тебе 3000 закинул, а под этим видео даже твои ссылки не будут красоваться. То есть почти все платные стримы, которые у меня были, я, наверное, по большей части, ну не знаю, разочарован, что ли. Именно с точки зрения пиарной такой стороны. Чуваки отработали деньги и послали меня нахуй, как бы. По большей части это было так. Бояршинов, слава богу, Борис Сергеевич, я ему деньги не платил, мы с ним договорились, интересно побеседовали. Но он, к сожалению, не следит за ссылками. Вот, к сожалению, это его действительно слабая такая черта. Но, с другой стороны, хорошо. Хорошо, что он за стримы совместные не берет деньги. А, может, скрытника позвать на дебаты? Давайте напишу. Так. Бля, мне кажется, менеджер намеренно сливает некоторых персонажей, которые грубо отвечают, видимо, или не грубо, либо как-то странно. Ну, такое. Ладно, сейчас давайте продолжаем тусить. Надеюсь, православную церковь не обижает манера донесения. Не, ну, ребят, просто понимаете, ну, гуглить одно дело, а другое дело, когда уже в ссылках все указано, и ты можешь просто зайти, вступить в группу, и все довольно просто, легко и без каких-либо проблем. Василом религиозной истины. Вот я, если честно, я не очень понимаю, ну, зачем, ну, типа, это нужно было делать. Вот зачем это нужно было? Ну, потому что вот надеюсь, что вот это вот такая манера подачи на этом языке, что, допустим, вот церковь не обижает, что он находит путь к сердцам вот такого вот слоя, который вот без связок вот этих матерных не может говорить. Ну, бля, ну опять же бесит. Борис Сергеевич, ну зачем? Васила смотрит не только, так скажем, быдло, но и большое количество образованных достаточно людей, которые пытаются узнавать что-то из философии. Васил один из наиболее знающих историю философии людей в русском интернете, честно. Честно, один из тех, кто может похвастаться знаниями истории философии и при этом постоянно стримит, его постоянно о чем-то можно спросить. То есть, ну, Борис Сергеевич, ну вы, наверное, уже сами поняли. Ну ладно. Ну слушай, не, ну это вообще нас. Ну, а может, я тебя обижаю. Он просто не банил, чтя. Ну нет, ну слушай, по-моему, сейчас РПЦ сейчас много, ну вот такие. Ну, бля, Борис Сергеевич, да, такая формулировка, ну да, бывает. Ну а что делать? То есть Борис Сергеевич реально как-то, ну, что-то не особо пытается понять Васила. Их вот не то, что РПЦ, а всякую публику, которая себя причисляет к РПЦ, их обижает там все там. Иисус Христос, суперзвезда, там, по-моему, уже нигде не поставишь. Нет, ну, и не привезешь. Если будут проповедовать на каком-нибудь языке, там, я не знаю, якутском или чукотском, это их обидит? Ну, на русском таком, который вот, русский современный, допустим, там нельзя, ну, как бы многим не нравится. Вот, но перевод Библии на русский современный, он гораздо более понятен, на самом деле. Кстати, вот если к тебе придет этот отец Георгий, вот, который, ну, я тебе ролики показывала, а у него тоже есть свое мнение по
поводу, стоит ли там на русский язык переводить богослужение. Вот, какое был... же у него положительное? Ну, вот, по-моему, он нет. Он говорит, что пока там не надо, или что-то в таком духе. Ну, чтобы не надо, чтобы мы понимали, понятно. Вот, ну, не знаю, там у него своя позиция в этом плане. Ну, просто ты учитываешь, что, ну, это ладно, это не тема этого видео. Mm-hmm. Вот, ну, Василия, ты тут подколупал. Что, признаешь? Что ты там все читаешь? Какие тут чтения там себе даже? Так, так. Ну, то есть, у меня были стримы... Так, готовится ползать на пузе, короче, уже и молить прощения. Вот это я понимаю. С гостями, которые мне, ну, либо не особо приятно, либо с которыми у нас получался, ну, такой спор на грани конфликта, да. Ну, например, вот у нас был стрим с Борисом Морозовым, с которым я хорошо отношусь, но у нас был спор про Соловьева, которому про появление как бы Бориса Морозова в эфире у Соловьева и про то, как он себя вел, да, и у нас там, ну, в общем, достаточно жесткое несовпадение. Я, честно говоря, думала, что спор про Соловьева, Владимир Соловьева, как... Я тоже подумал, кстати, что не тот Соловьев. Я думал, Соловьев из философии, который да. Философы сразу подумали не про того Соловьева. А который философ. А это, кажется, Соловьев, который по телевизору. Я, честно, не знаю, о ком идет речь. Да, главное, сидит и признает промахи за своим батей, но не за собой. Вот это да, вот это она молодец, не такая уж и агрессивная, да, сидит такая. Ну, бать, понимаешь, Васил не прав, ты тоже не прав, а я со мной все хорошо. Я молодец, как бы. Я в белом пальто здесь стою. Не, ну она очень довольно-таки действительно... такая, знаете, как это сказать? Как бы это сказать про Елену Борисовну? Правильно, чтобы ее не обидеть. Она такая, знаете, Гумилевская теория, как она там называется? Про этих, про крутых ребят. Я забыл Гумилевскую теорию. Ща. Пассионарий, вот. Вот, она такой пассионарий, понимаете? Вот. Такое вот. Да нет, надо какой-нибудь другой. Ну, да. Но тот, который телевизионный. Было интересно. Да, она пассионарий. Позиции. У нас было жесткое несовпадение позиций с Карлом Франко, с Александром Станкевичусом. Да мы с тобой. А у тебя, по-моему, был Станкевичус, да? Я не знаю, кто есть Станкевичус, кстати. Не знаю. Ну, католик. Я не знаю. Он тоже тебе что-то говорил плохое? У тебя, по-моему, несколько раз было. Да, несколько раз. Ну, когда хочет, тогда приходит. Ну, так, нерегулярно. Дебатировали, ебать, по краю. А вот того у нас все-таки были дружеские, да? Ну, вот да. Я не вижу, что именно были как бы стримы такие вот. Ну, я где потом в описании стрима не писал что-то, вот, я не, во-первых, не... Так, сейчас, минутку. Мне очень нравится этот феерический уход куда-то. Не, ну бывает так, но ну, что-то случилось, ему что-нибудь принесли, может быть, позвонили. В общем, я-то по своему отношению к Борису Боярышеву, я отношусь к нему очень хорошо. Mm-hmm. Он здесь... Особенно видно, что как вы к нему относитесь хорошо. Прям это прям ощущается, как вы к нему относитесь хорошо. Старайтесь не закапать ядом клавиатуру. Я тоже к вам очень хорошо отношусь. Понятно. Интересно. Ну, Елена Борисовна здесь, опять же, неуместно высказалась, как обычно, неуместно, поэтому, ну, вот такое, честно, я не знаю, как с такого рода людьми я бы смог сам общаться, я бы, наверное, не очень хотел этого делать, в принципе, опять же. А вот Борис Сергеевич мне нравится, как собеседник, он мне очень нравится. А вот Елена Борисовна что-то вот у нее есть такая вот преподавательская жилка, которая меня обычно отталкивает от людей. И это конечно, печально. А вот решила подколоть. Хотя понятно, что и Васил, и Жмелевский вроде бы довольно дружелюбно относятся к Борису Сергеевичу. Ну, Василу что-то, видимо, не особо понравилось. Показалось, что, ну, его заовнили именно еще по возрасту. Да ладно, ну что неуместно, ну действительно это топ-кринжовый контент, действительно. А она сидит и подначивает своего доброго, да, папу, сидит и подначивает, агрессировать заставляет, но Бояршинов не ведется.
касательно того, что вот мне тут в чате писали, что его там спрашивали про совместному, по совместному стриму, что типа пусть он напишет. Нет. Ой, ой. Заинтересован, пускай сам пишет. А мне это прям нравится. Это знаешь, у меня друг, короче, есть, когда он очень сильно обижается, он так говорит: нет. Нет. Типа, значит, ты хочешь, не знаю, там пирожное? Нет. Ну, вообще, тут вы не обижайтесь. Здесь, опять же, вот Борис Сергеевич, произошла дискоммуникация. Борис Сергеевич очень плохо пользуется с этими социальными сетями и тяжело находит всех людей. А обычно их нахожу я. И обычно даже всякие какие-то там большие люди, там, либо там кто-то сводит с кем-то, да, там дают контакты, еще такое. То есть проблема, вы учитываете, мои дорогие школьники, что вы разговариваете с человеком, которому почти 70 лет. Как вы будете 70 лет выглядеть, я не знаю. А при чем здесь выглядеть? Его за внешность сейчас кто-то подстебнул? Да. Ну, тут, опять же, дискоммуникация, и здесь, в этом плане, ну, так сказать, никто вас унизить не хотел. Ну, кстати, по-моему, Анатолий написал когда-то тебе первым. Он предложил, наверное, тебе, да. Он предложил тебе сначала постримить, ты записал кто-то ему видео, да, потом... Какой Анатолий? А, Маргинал? Маргинал, да. Вот, да, да, потом да, да. Вы уже постримили вместе, я помню, даже когда-то, да, вот, да, и что-то, да, в таком духе, да. И никаких проблем не было. Ну, типа, я даже просто не знаю, потому что, на мой личный взгляд, если мне один раз уже передали, что меня там не ждут... Еще раз, вас не ждут, уважаемые, по двум причинам. Потому что нет ни одного. Вот я тогда 5 или 6 роликов с вами пыталась посмотреть. Нет ни одного. Бля, Елена Борисовна, у Шмелевского половина роликов посвящены тому, как он ведет аукционы и пьет. И зарабатывает на этом кучу денег. Шмелевский может до 100 тысяч в день заработать. Елена Борисовна, чтобы вы знали, он бухает и проводит аукционы. За 100 тысяч в день иногда бывает даже. Ну, это редкость, конечно, но иногда бывает и такое. В самые лучшие моменты жизни Жмелевского, может быть, и такое бывает. Поэтому, Елена Борисовна, ну вы понимаете, почему он ведет аукционы и почему он бухает. Вот чтобы понимали, да, в том числе, почему он бухает, наверное. В этом есть определенные финансовые причины, почему он именно умножает именно такой контент. Но у него есть и хороший контент. Вы плохо искали, Елена Борисовна. Простите, но вы плохо искали. Ни одного ролика в интернете, где вы доносите какую-то связанную мысль. То есть, либо вы позиционируете так свой канал, чтобы там были смешинки. А о чем он там? Да, помню, за один аук было 5 выкупов. Это, то есть, 50 тысяч рублей, это только за аукцион, как бы. Это минимум. Говорит там. А я вот 7 или 8 роликов, ну, я искала 6. Смешинки, ну, то есть, типа, он что-то пьет. Привет, Онфа. Ну вот, вот, да, бывает такое. Шмелевский борется с алкоголизмом на Руси, уничтожая российские запасы алкоголя. Он что-то сидит, ест, потом какие-то пытается комментировать ролики. Ну, это вот как ролики. Я стрим веду, когда мне вопросы спрашивают. У меня нет определенной темы. Нет, ну, это не ролики, это нарезки. Я смотрела хайлайты, это лучшее нарезанное. Но это было, когда вы мне попались. Ну, может быть, это вкус такой у человека, вот он режет такие глупости. Год, наверное, назад. Есть такие вот, которые вот ищут что-то вот такое. Год вот, да. Назад мне, наверное, это все попалось в руки, и я искала, думаю, кто это такое, а потом мне говорят, ты что, это же единорог. Так, по-моему, такое искусство есть, вот что-нибудь вырезать, там, скажем, везде концовки фильмов, там, или везде там начало фильма, и вот это собирать. Ну, не знаю. Ну, в общем, обидели ребенка, не ждут. Они не токсичные, мы с тобой токсичные. Потому что мне кажется, надо... Не, Борис Сергеевич-то как раз сейчас не особо токсичный. Вот, вот к сожалению... вот, к сожалению, Елена Борисовна прям вот токсит. Ну, судить контент по хайлайтам обычно бывает даже наоборот хорошо. Так что, ну, хайлайты бывают обычно показательные. Нередко, если все правильно сделано, там
Что это такое? Музыкальная панас-панас и никакой ссылки, что? Что? Омега, вы ссылку не положили. Тут два греческих слова. Музыкальная панаик, панаис, панаис. Что это? Паус, паус. Паусосис. Что? Блядь, надо греческий учить. Я уже что-то совсем. Да, с собой. Группа два токсичные спины. Музыкальная пасось, паносис, паносис. А, пано... Пансис. Пансик, пансик. Что? Блядь. Живопыры. Давай сделаем. Я расцениваю дополнительно вот писать, пускай он напишет, как навязывание себя. Я не вижу в этом никакой возможности, никакой необходимости. Ну да, проблема в том, что даже Бояршинов музыкальный пососец, поносец, что? У меня во ВКонтакте открыт абсолютно, то есть мне может написать кто угодно, как угодно. У меня номер... Я тебе найду его ВКонтакте. По телефону на странице выложен, то есть и дозвониться до меня, в принципе, довольно так несложно. Поэтому... Вортера привезти. Да, даже кто-то может, да, заказать. О, заебись. Так вот, что касательно этой всей ситуации, если... Я бы, кстати, тоже от Вопера не отказался, друзья. Может, на Вопер мне кинем? Если, ну... Ему было бы это интересно, актуально. В общем, я на стриме сказала, что если типа там хочешь постримить с Жмелевским стрим, я от своих слов не отказываюсь. Вот сейчас я найду, вот прям. Спасибо. Найду тебе его контакты. Да я согласен, что Борису Сергеевичу лучше аниме смотреть. А вы смотрели стрим, когда Елена была у Васила? Фрагментарно, по-моему, было довольно скучно. То есть, формально говоря, было, ну. Маргинальный... О, бля. Эту песню нужно слушать только на Good Game, к сожалению. Она содержит в себе матерные слова. А, слова, которые нельзя слушать на Ютубе именно как раз. На Твиче, точнее, на Твиче. Ну ладно, давайте досмотрим тогда Бояршиновых. Веселая семейка Бояршиновых. Как Флинстоуны практически, только Бояршиновы. Ты ему завтра позвонишь, тогда договорись. Короче, стрим Елены Борисовны и Васила, ну, на мой взгляд, показался довольно скучным мне лично. Я посмотрел фрагментарно. Не могу сказать, он реально весь был скучным или не весь он был скучным. Ну, такой вот скучный, образовательный, там, не знаю, околообразовательный стрим, больше похожий на пару какую-то, довольно не очень веселую. Как-то мне так показалось на первый взгляд. Как там было на самом деле, сказать не могу. Постримь с ребенком. Взрослый дядька же, реально. Ну, слушай, дядь, мы же с тобой, ну, ты, наверное, чуть-чуть постарше, не знаю, сколько тебе там, 35? То я был бы только за. Но, как я понимаю, если это не очень актуально, то да и я не очень заинтересован в таком случае. То есть, все будет зависеть... Вот если он не очень заинтересован, он тебе согласится с тобой стримить после этого видео? Кошмар. Постримим с тобой. Вот интересно будет. Будет он очень... И насколько, кстати, быстро он согласится. То есть, ну какой будет временной гэп? Хорошо. От обоюдного желания. Собственно, это работает по принципу, как это было с Ежи Сарматом. В свое время я написал Ежи Сармату, что мы можем вместе постримить. А Ежи обосрался. Сказал, ладно. Спросил, зачем? Ну, типа, ну, нет и нет. То есть я вот как раз рассказывал про то... О, серия так серия. Ам! Ам! Поехали. Продюсер Иванов. Так, а вас здесь не было еще? Не, конкретно вас не было. Продолжаем увлекательно смотреть за тем, что происходит в квартире Бояршиновых, когда выключается свет и когда они начинают обсуждать все, что было. То, что как-то я написал Ежи Сармату, что можно постримить еще давно, когда меня человек 100 смотрело. Он спрашивает, зачем? Типа, придумайте, зачем нам стримить, и потом приходите. Ну, я думаю, ну, на нет и сюда нет.
И в следующий раз... Вообще это удивительно, придумайте, зачем стримить. У меня просто есть тоже один мой друг, он реально там вот рассылает всегда свой персоналити всем, и ему, ну, так сказать, один, так сказать, выдающийся тоже человек написал там, зачем вам мне с вами делать проект, он написал, вот потому что я умею то-то, 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 я знаю такие-то языки, мои такие-то скиллы, и чувак такой пишет, а да, давайте, вы нам подходите, то есть придумайте, зачем... А какой скиллы? Ну, умение. Навыки. Скажем да. так, да, умение. И он как бы нанял его на работу, вот, у него все хорошо, вот, ну, то есть здесь просто, опять же, между людьми, возможно, прошла какая-то не, ну, недокомпоновка. Когда уже писали, что, ну, типа, я же вроде уже не против, типа, можно с ними, я говорю, ну, если сам меня пригласит, то да. Ну, он... Пригласи прям его, прям вот утром, прям встань и первым делом почисть зубы и позвони Жмелевскому. Прям вот это реально, умоляю. Стал приглашать. Сейчас я его приглашал. Очень так довольно приятно постримили. Ну, мне лично понравилось. Поэтому вот как раз-таки в такой ситуации... А что думаете по поводу современного марксистского движения в России? Попов, Клим Жуков, Вассерман, Пучков, Гоблин, да ничего особо не думаю. Ну, то есть, среди всех вышеперечисленных в марксистской теории разбирается только Попов. Попов не выдающийся марксист, то есть это не какой-нибудь западный марксист, какой-нибудь там интересная теория марксизма, это человек, который не развивает марксизм в прямом самом смысле, он его пропагандирует. Я согласен, что ему нужен менеджер, я даже на своем стриме, когда мы вместе с ним беседовали, я ему даже помочь немножко предлагал, не как менеджера, а научить его или, ну, может быть, его дочку, не знаю, как правильно зарабатывать на стримах, ну просто вот чисто менеджерскую часть я-то делать умею, по сути. То есть, как превращать контент, даже когда у меня очень мало зрителей в деньги, я уже, в принципе, научился. Бояршинов мог бы на своих стримах получать, ну, я не знаю, 500 000, может быть, в месяц даже. Ну, по крайней мере, на первых порах, я думаю, пару месяцев первых он бы по 500 тысяч зарубал бы точно. Потому что он куда интереснее маргинала, в том смысле, что ему куда интереснее заказывать видосы, потому что, ну, учитывая возраст, учитывая определенные какие-то данные другие, учитывая научную степень... Закидывать ему кринжатуру всякую было бы очень забавно многим людям, и за это он мог бы получить колоссальные деньги. С другой стороны, он вряд ли был бы достаточно вынослив, чтобы долго стримить. То есть тут такое. Но с другой стороны, он мог бы просто поставить достаточно большую цену на видосы заказанные. На самом деле да. Ну слушайте, если бы у Бояршинова был хороший менеджер, я полагаю, он бы зарабатывал просто, ну, колоссальные деньги. Это самое то. Но если вдруг отворот-поворот уже был дан, то стучаться в закрытую дверь я не буду. Интересно, слеза пойдет сейчас вот так. Я не буду стучаться в закрытую дверь. Да ладно, иронизируй. Ну что, человек обижен? Простите меня, уважаемый Жмелевский. Я не знаю ваше имя, поэтому называюсь уважаемый Жмелевский, что Владислав. Я вас так обидела. Но вы произвели на меня ужасающее впечатление, честно говоря. Возможно, вы на самом деле хороший человек. Вот узнаю, сколько будет хороший стрим, вот насколько у тебя зрителей он тебе принесет. Не знаю, во многом это принципиальная позиция, но... Блять, нож. Я вонзил себе в грудь нож, пока она говорила. Спасибо, Влад. Я считаю, что после драки кулаками не машут. Если у вас есть какие-то претензии или какие-то аргументы, возражения ко мне, вы можете их высказать, иметь полное право высказать на эфире со мной передаче. Можете мне спросить за мои аватарки, за мою лексику, за то, что у меня там страница висит, полное право иметь. Кстати, Василий, вы это можете написать Борису Сергеевичу, вот у нас была гостья, ей там вот хотелось другое описание к видео и другие теги, и другую фотографию, ну, превью, пожалуйста, все это сделали, это было сделано. Ну, в общем, ну, а, можете просить, ну, короче говоря, это все делается, но вы это напишите, потому что если вам что-то не нравится, надо всегда об этом говорить ртом.
Ну, это, знаете, такая первая. Можно позвонить. Можно позвонить, да, сказать: Борис Сергеевич, мне не нравится, что вы поставили. Вот. Но ты, кстати, вот видишь, обидел ребенка. Бля, пиздец. Пошел на кликбейт и обидел ребенка. Ну, он говорит, что все хорошо, на самом деле, все ему нравится. Окей. Хотя я, правда, не понимаю. Это, на мой взгляд, довольно косвенное отношение имело к теме разговора заявленной, но бог с ним. Вот. Я не понимаю, зачем ставить на обложку стрима одну из этих аватаров, которые, как вы сказали, меня компрометируют. Да, вы же сами сказали. Ты это говорил? Нет, про компрометацию не говорил. Я спрашивал, но ничего, ни выводов я не делал никаких. Вот видишь, как отличается молодежь от, вот, ну, от тебя. Нет, они просто понимают то, что говорится между строками, и решают сами вот как-то вот под этим впечатлением что-то решают, что-то их компрометирует. И бля, классный видос, на самом деле. Я навел на эту мысль своим вопросом. Ты как на Сократ. На то, что этого компрометирует. Вот ты обидел, решил. Сколько лет ему там, 22-24 года, обидел ребенка. Бедный ребенок. На самом деле. Ну, то есть он же на самом деле не старый там прожженный дед. Сколько тебе передач было сделано? Всего. Короче. И зачем просил? Ну, пиздюк ты. Как бы, вот все. Ребенок. Ребенок. Бля. Не, ну, ладно, Борис Сергеевич, окей, ребенок ребенком, но Борис Сергеевич реально там раза в два, в три старше Васила даже. Окей. Окей, ладно, допустим, но, ну, блин, ну, Елена Борисовна куда лезет? Мне просто интересно. Ну, мне просто реально интересно. Она относительно молодой преподаватель. Она относительно, ну, не знаю, сравнима со Жмелевским по возрастной категории, я полагаю. Ну, ей, наверное, не за 40. Я не думаю, что ей больше 40 лет, наверное. Слушайте. За 40 ли ей или не за 40? Я просто серьезно, я не знаю. Ну, вряд ли ей за 40. Вряд ли ей за 40. Я что-то не верю, что ей за 40. То есть, я думаю, ей лет, да, 35, 36, может быть, там, 37 максимум, я не знаю, но просто, блин, 34 пишут, может, 34. 34, она, блядь, Жмелевского называет ребенком, она называет ребенком Васила, который на 10 лет всего-то ее младше. Бам! Ну просто, ну блин. Я не знаю, что происходит в этом видео. По-моему, Елена Борисовна сейчас по большей части сама себя немножко, ну, подставляет своим поведением. А Борис Сергеевич спокойно сидит и выдерживает давление своей дочери. Борис Сергеевич. Мигните, если вы в заложниках у своей дочери, пожалуйста. Вот так вот мигните, и мы поймем, что... что как бы беда настала. Потому что, ну, я вижу, что вы некомфортно себя чувствуете. Вспоминайте в описании видео про то, что православная церковь может как-то одобрять или не одобрять. Убери это, если... Ну, я надеюсь, что, говорит, она, ну, не возражает. Я поддержал убери его. Это, нет, он выдающийся, гениальный. Я его поддерживаю и одобряю. Я чувствую, как яд капает с ваших клыков. Я это не прекращаю. Ну, блин, Борис Сергеевич Бояшинов, давайте честно признаем, он тот еще тролль. Он в этом смысле прям молодец. Это его работа, он классный. Он реально классный. Так что, он в этом смысле... Поэтому я, в принципе, его респектую. Обнови страницу, что так мало просмотров. Где мало просмотров? У меня сейчас много просмотров, больше, чем обычно бывает. Повторяйте применительно там ко всем моим товарищам. Не важно, что он меня обозвал. Вот Светов замечательный очень. Не важно. Кстати, Светов про тебя гадости не писал. Я тоже, я его обожаю. Ну, это вот как если бы вот Влад, я не помню, ты состоишь в Единой России еще? Да, состою. Вот это как, я не знаю, с Владом какой-то стрим пригласит сам Влада на стрим. Ну, просмотров мало, потому что это свежачок.
Потому что я обозревал прям свежачок, друзья. Я обозревал прям свежачок. Я начал с утра, да, с утра обозревать это видео. Меня обозвал. Вот не Светов важно. Замечательный очень. Неважно. Кстати, Светов про тебя гадости не писал. Я тоже, я его обожаю. Ну, это вот как если бы вот Влад, я не помню, ты состоишь в Единой России еще? Да, состоюсь. Вот это как, я не знаю, с Владом кто-то стрим проведет, пригласит сам Влада на стрим, да, проведет с ним стрим, спросит за там что-то, что Влад там, ну тоже мат. Ну да, 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 да нет, я только увидел это сокровище, я начал его смотреть, и меня с первых просто фраз, меня просто вырубило, я ржал без остановки минуту где-то, потому что там реально смешной видос, бля. Господи, не, это очень крутой контент, я его выложу в хайлайты, нарежу полностью видео, как я смотрю, это шедевр, это шедевр, браво. Это мое мой частное времяпрепровождение, я как хочу, так и разговариваю, да, вот. Василий, я очень удивлюсь, очень интересная история по поводу этики, да? Был дядечка один, он стримил тут недавно, он был какой-то госкомпании, и на стриме рассказывал, как он там в общем, со всеми обращается, очень сильно матерится, это стало достоянием общественности, и наутро этого дядечку уволили. Вот вы знаете этику, у нас сейчас новая этика, и ваше то, что вы пишете и делаете в вашей частной жизни, к сожалению, влияет и на вашу жизнь публичную. То, что у вас на целом одном канале... Кстати, я еще хочу сказать, Василий, я чуть не отказалась на самом деле с вами стримить, когда буквально вот за несколько часов до этого я ехала обратно с работы, и я смотрела YouTube. И мне предложили посмотреть ваше видео YouTube. Анус. Напоминаю, да, что можно встретить на стримах Василы периодически. Вот такие выступления, да, поэтому я, в принципе, представляю, почему она могла испугаться. А где вы сидите с каким-то молодым человеком и материте какую-то женщину молодую тоже? И непонятно были к ней претензии. Я так понимаю, что она как-то связана с каким-то блогером. У тебя был такой блогер... Никитка, да, вот такой с усами был, да, блогер. Кстати, он тоже там что-то когда-то попросил, и папу убрал, да, вот, да, и никаких проблем не было. Но и вы сидите ее просто вот ругаете последними словами, и при этом вы говорите, я на самом деле хороший, белый, пушистый, понимаете, Василий, нет такого разделения. Если, кстати, вы православный христианин, то вы должны понимать, вы не можете делить себя вот на мою частную жизнь, и тут я в церкви стою такой красивый. То есть вы должны... Так вся ваша жизнь воспринимается целокупно. И я не вижу ничего на самом деле плохого, то, что вы материтесь в своих стримах. Борис. Приветствую, Денис, очень рад вас видеть. Давно, кстати, не виделись. Сергеевич видит, я в этом не вижу ничего плохого. Другая проблема, что, к сожалению, большинство ваших каких-то вот я видео... Я ничего не вижу, я говорю, что вот он замечательно как ведет пропаганду на этом языке. Проблема того, что вы не производите целостного впечатления. Вы определитесь, кто вы, несчастная жертва или такой весь вот такой активный чувак, который там крепкое словцо вставил, а ему пришли, там ответили... Так он как раз такой крепкий чувак, которому, блядь, такое словцо вставили, он такой весь, слышь, ты дед, блядь, что происходит, нахуй, ты не проявил ко мне уважения, нахуй, блядь, он как бы вот такой чувак, да. Ну ладно, шучу. Шучу, ни в коем случае матом я не ругаюсь, это не были маты, это была актерская игра. Все маты, которые произносятся из моего рта, это часть моего актерского образа, друзья, не забываем, да? Потому что все это иллюзия, это не настоящие маты, этих матов нет. Вообще, я в жизни редко матерюсь, и матерюсь я довольно... только на стримах, да. На ваших стримах я бываю очень редко. Но тут... Какие-то с бояршиновыми часы, и на экране здесь Васил, и с Жмилем ветка, и очи полные отчаянной любви. Она с отцом живет на Бессарабке. Я уже не помню стих дальше. Там пролетают та-та-та года. Я храню в оборванной тетрадке лишь только нам понятные слова.
Киевлянка, киевлянка, ты боярочка, не цыганка, не путана там, не знаю. Спасибо, что вы меня заткнули, потому что там началась полная херня, меня понесло. Спасибо, что вы заставили меня замолчать, потому что я мог сказать много лишнего. Удалите жреца из игры, что? Кто? Опа! Это плагиат. И так далее, Василий. Вы заметите, я не стала вас спрашивать про другие вещи, которые говорили про меня там в этом видео, и так далее. То есть вот это видео, вы поймите, нет никакой отдельной жизни, которую другие люди не могут судить. То есть, условно говоря, другие люди не могут судить, там, как я чищу зубы дома и насколько сильно, там, я не знаю, лью воду в ванной. Стоматологи могут судить о том, как вы чистите зубы. Это только счетчик может судить. А вся остальная ваша публичная деятельность, потому что интернет это публичная деятельность, она судится людьми. И никто вас распять за ваш мат не предлагал, вас просто спросили. Нет, я просто выразил уверенность, что как замечательно это. Хватит, бежать. Такие типа у-у-у-у, а потом в описании эфира, когда вы это опубликуете, напишите, не знаю, как Единая Россия относится, значит, к вокабуляру, который вот а это похоже на, помнишь, жалоба была в Единую Россию? Уж не знаю, кто ее написал, вообще там непонятно, как этого человека могли бы звать. Мы не писали в Единую Россию. Единственный раз мы писали в партию ЛДПР, когда вот дом, в котором мы находимся, хотели снести. И партия ЛДПР в этом плане нам помогла. Они пришли на слушание, вот, и, в общем, район, по крайней мере, мы отстояли в Единую Россию. Такого греха за нами не было. Но, тем не менее, это, да, немного похоже... Такие политически активные люди. Это. С другой стороны, я-то на такую тему, ну, как бы от этого... Никаких бы эмоций у меня не было, потому что хотя бы если посмотреть, у нас, скажем так, человек, которого эта Единая Россия поддерживает, сам неоднократно говорил, ну да, матерюсь, бывает иногда, замолим, да. Замолим. Да, но у меня, к сожалению, в связи с этим возникают всякие конспирологические теории, что, возможно, Бояршинову... хотелось заявить меня как теолога, именно чтобы предъявить за маты, потому что философу за маты предъявить. Парируйте, Борис Сергеевич. Мне напоминает конспирологическая теория. Давайте. Не, ну вы реально его поэтому как теолога заявили? Нет. Ну вы же он сказал, что он Бога изучает методами логики, мне понравилось очень. Ну давай, поговорим. Он теолог сказал, я теолог. Теолог-любитель, это очень важное направление. Ну давай. Значит, у тебя же были какие-то любители. А, помнишь, у тебя был мальчик, который нашел астероид в парке? Ну, не у меня был, он просто пришел в музей, принес в музей. Ну, можно, но теолог материться может. Вот. А как бы теологу можно. То есть это у меня такие... нехорошие мысли появляются, Ну, слушай, это даже не конспирологическая, я бы сказал, теория, потому что, ну, если общение было сильно связано с тем, что, ну, вот, а как же вы так с религией еще и маты себе допускаете, то, ну, это вписывается в тему дискуссии. Ну, в общем... У меня... Поддержал меня Шмелевский. Ну, я не знаю, просто вот матушку нашу, кто увидел, она, когда слышит матерное слово, да даже, ладно, слово, там, слово «попа» по телевизору, какой кошмар, зачем так говорить, при этом там, не знаю, там спокойно какое-нибудь там современное искусство, какие-нибудь современных там живописцев, лондонская школа, вот. Люди разные. Для пожилого поколения мат табуирован. Так-то вот так. Но пожилое поколение. Смотреть, он, по-моему, получился хороший, интересный. Вот, Борису Сергеевичу спасибо, что позвал. Спасибо большое Елене, что она выступила посредником. Мне на самом деле понравился. Я бы даже на самом деле сходил еще. Позвони завтра Василию. Вот после Жмелевского хорошо, позвони хорошо. Василию. Угу. Пригласи его по стрим. Хорошо. Хорошо, только отстань, хватит, все, я сделаю все, что угодно, только отстань от меня, хорошо, ладно.
Ладно, позвоню, да. Окей, да. Постримь с ним, пожалуйста, нежно. А потом? Просто потом мы выложим. А потом надо будет уже свадьбу играть, видимо, после того, как постримите нежно. Я не знаю, а что вы хотели? После нежности надо как-то брать ответственность на себя. Если уж вы в нежности переходите, нужно как-то, да, отвечать за свои нежности. Как вы считаете, друзья? Я считаю, нужно. Это видео. Хорошо. Не обижай его, извинись перед ним, удали то, что эти за... Смени картинку тогда, уже там отыграл, смени... Ну, свободу слова и печати нет, это святое. Ты у Каргина вырезал мат? Свобода слова? Это свобода слова и свобода печати. Свобода слова это и печати. Ты не в Америке живешь. Я хозяин этого. Магог отозвался. С Магогом сейчас общаемся по поводу стрима. Этого канала. Хозяин этого канала. Я тут вот решаю, что... Ну, не обижай Василия, потому что часть его претензий к тебе, они были вот справедливы. Вот ваш канон. Они... Часть претензий Василия были справедливы. Давай нажимай. Вот. То есть я бы, скажем так, я готов затерпеть, я готов выступить таким путем. Великомученик Толи Голобородько, я прям рекомендую вам эту песню группы «Птицы ем» послушать. А вот что это прям это? Вообще вот весь альбом, вот а это прям... Это за... Птицу ем. Шанс. Немножко про те группы, которые слушает Елена Борисовна. Стою у автомата, слышу звон 5 рублевок. Уже поднял косарь, не снять ли пару телок. Субботний вечер, надо что-то когда развлекаться. Хотя, что бы, блядь, пивом просто не позаливаться. Собрался уходить, и тут зашел какой-то пас. На ремешке на грудом сотик, по мне как раз. Слышишь, ой, да и позвонить реально со своей симки. У тебя там фотик, что ли? О, приколи за снимки. Натягивая тельчик, пиво предлагает. О, да пацан нормальные расклады четко знает. За жизнь потрещали, за девчонок и за тачки. А я уж подошел свою барсетную заначку. Доказываю водки, литр быстро распиваем. Остальное плохо помню, да хули все бывает. Проснулся с перебехом незнакомой постели. Зеваю, улыбаюсь, пизда добыть гудит. В моей постели лежит напуганный подросток. Судя по его глазам, ему сейчас непросто. Жизнь его переменилась за ночь. По всем раскладам он теперь пидор. Анальный задрач, я улыбаюсь, у него глажу. Знаю, что у пацана не было рассвета. Гаже нежно ласкаю плоть молодую. Чувствую себя прямо Вергилием в аду. Я люблю мужиков, они такие классные. Ни одного похожего, такие разные. Люблю натуралов, неприступные, гордые. Да и нашего брата Гома можно найти в городе. Люблю дембелей, они такие сильные. Обеспеченных детей, как правило, беру насильно. Я люблю свистков, они такие гибкие, поджары. И нищих стариков, да, и этих тоже жарил. Я студентов люблю, кровь свежая. Интеллигентов всех мастей люблю за то, что кожа нежная. Мускулистых самцов из дэнс-трипа, которые в жизни дрожат даже от дверного скрипа. Думаешь, так уж важно анальное проникновение? Дружище, я на этот счет совсем другого мнения. Если первый раз у парня сопровождался болью, как же это может называться любовью? Нам не нужен негативный аспект унижения. Мы все-таки ратуем за астральное сближение. Можно же предаться оральным ласкам. Главное, чтоб фалос не был бабами за тазом. Мужчине все так лаконично, просто. Тело как бы продолжается амурного отростка. Если ты веришь в мужскую дружбу, то личность все же познавать начать с конца нужно. Но вернемся к пацану, что лежит со мной рядом. Я как-то особенно тепло отношусь к этим ребятам. Кепка, барсетка, понятия увеличат твой шанс попасть в мои объятия. Он хмурясь стоял в игровых автоматах, прям роза в букете алкогольных ароматов. Я сразу понял, этот паренек пойдет со мной. Нужно дать шанс бою стать самим собой. В одной постели с тобой. Ой, в одной постели с тобой. В одной постели с тобой. Ой, в одной постели с тобой. Так. Но это насчет музыки, которую слушает
Елена Борисовна немножко. Немножко о музыке. Продолжаем. Ну вот пусть послушает, как говорится, прям, прям для вас прям это пение. Вот еще есть, ну ладно, это не буду, а то я на личности перейду. Пишите про меня все, что хотите, да, ставьте аватарки. Но если вам интересно меня послушать, то я не против поговорить с вами. Ну, я со своей позиции мог бы только сказать, что если меня приглашают, я тоже никогда не отказываю. Ой, да плевать про великомученика, это лучше. Это лучше. Ну пусть она предъявляет группе птицу Ем за маты. Тоже. И за гомосексуальный посыл. За разврат. За развращение молодежи. Вот завтра и проверим, откажется Жмелевский прийти к тебе или не откажется. На стримы ко многим... Мемный паблик канала? А где конкретно? ВКонтакте? Окей. Если хотите, можете даже сразу стать его администратором. То есть вполне. Можете даже сами создать мемный паблик канала. Так что, ребят, я буду просто там присутствовать. Токены кидать? Донаты внизу. Donation alerts, ребят. Закидываем. По максимуму. Желательно по максимуму. Все, что у вас есть. Тоже считаю, в принципе, относительно интересными. Поэтому другое дело, что, ну, если... Плати налог. Плати налог. Плати налог Шадову. Про меня что-то говорят, я могу аргументировать свою позицию, но в рамках своей собственной логики буду это делать. Ну, как... У него есть своя собственная логика. Вот нам профессор рассказывал, что нет никакой собственной логики, логика, она для всех общая. Логика предикатная порядка. Ну это ладно, это я так продираюсь к словам. Ну, понятное дело, что она имеет в виду логику другую. Типа. А у нее логика... какая любимая партия? То ли ЛГБТ, то ли ЛДПР, там что-то вроде того. Но это очень похожие партии. Спокойной ночи, Шевье ППШ. Дочитывайте уже Кёнига. Спокойной ночи. Ценных взглядов. Это, собственно, это дело на стриме с Бояршиным, я так понимаю. Ну и я-то сам тоже за словом в карман не полезу, если что. Так что у меня, ну, в таких ситуациях обычно бывает, что ответить, ну, если ко мне приёбываются, а как вот так оно происходит? А вот так вот оно происходит. В конечном итоге все сводится к тому, что жизнь не учебник логики. ЛПР, либертарианская партия. Да, жизнь не учебник логики. Я вот, ну, я просто немножко уточню. Я не говорю, что я готов ко всем идти, но вот Борису Сергеевичу я пойду. Продюсер Иванов, когда меня звал, я его послал подальше. Ну, это, наверное, все тут почти, или надо дослушать? Бля, позвал бы меня продюсер Иванов. Я хочу, чтобы этот Винни-Пух отпродюсировал меня. Ладно, шутка. 25 секунд осталось. О, да, ну это такая очень специфическая. Ладно, не будем про продюсера Иванова. Уважаемый Василий. Это реально существующий? Да, это реально существующий персонаж. А... Правда продюсер? Не знаю. Так хорошо. Есть мем такой, где девушка трусики снимает и спрашивает, а вы правда продюсер? И продюсер такой сидит, я реально продюсер, да. Как бы. Или такая кликуха, как какой-то там был профессор Лебедевский, что ли? Лебедянский. Уважаемый Василий, вот до, вот, скажем так, 40 минут назад, на стриме с Борисом Сергеевичем, вы можете найти, там, я думаю, будут, вот в конце стрима, там, у нас было 4 часа, я вас защищала, и я была исключительно на вашей стороне. Вот сейчас, то есть вы могли предъявлять Борису Сергеевичу претензии какие-то, но вы зачем-то решили в них впутать меня. Это во-первых. К сожалению, видимо, да, я продала вас Борису Сергеевичу, ну, так сказать, вот воспользуйтесь тем, что... И, наверное, это была ошибка. Возможно... Борис Сергеевич, я вам предлагаю, знаете, что сделать?
каким-нибудь образом сделать так, чтобы ваша дочка больше не появлялась на ваших стримах. Потому что то, что она делает, это убивает вообще все, что вы творите, как бы. Все ваше реально контентное творчество, ваша дочка немножко вот просто истребляет постепенно. Постепенно ам-ам-ам кушает его. Можно Борис Сергеевич вас обидел? Обидел ты ребенка? Обидел. Ну, в общем, пострим с ним, пожалуйста. Нет, ну просто меня удивляет такая вот детская наивность. Вот, ну, понимаешь, в чем дело. Нас учили общаться с журналистами. Это вот обычная работа, это очень просто. Ну, его же никто это не учил общаться с журналистами. Ну, так пусть умеет, пусть учится. Да нормально все вот так. Как когда мы, по-моему, приходили на выставку вот с Митей. Митя такой огромный, звероподобный, с бородой. А кто-нибудь что-нибудь вот не хотел нам давать интервью? Я говорю, Митя, все, снимай их. Стенд, человек там. Ну, слушай, во-первых, тут немножко другие правила. Это не журналистика, это стримы. У них какая-то другая своя атмосфера. Он тебе предъявил, на самом деле, вот за картинку, и то, что ты не ссылки. Он сказал потом, пусть располагает, что... Ну, в конце ты слышал, что он не сказал? Не разместил. Он сказал, располагайте, что хотите. Вот Василий конкретно, ну, надеюсь, Борис Сергеевич не держит на зла. Да ему похеру. Потому что если они согласятся на эти ролики, ты с ними их запиши и это выложи уже потом. Потом как Митя их, значит, все. Нет, ну только, пожалуйста, я тебя очень прошу. Узнай у Василия, с чем он хочет поговорить, да, чтобы хорошо, он с красивой хорошо. Стороны, чтобы у него это было, как это называется-то, ну... Бенефис его, да, вот как вот уже как у Росова, как у тебя Росов приходит, такой... Ну, Росов ко всем так приходит. Вот такой, вот да, артиста. Вот что вот он пришел, показал себя с красивой стороны, чтобы он остался доволен. Ну, проблема заключается в том, что Васил не такой персонаж, который хочет прям полностью во всем, видимо, остаться довольным. Васил как раз далеко не Росов, и Васил довольно-таки, в принципе, понимающий человек, и довольно, в принципе, тяжело его... Ну, ладно, не то чтобы тяжело, разозлить-то его довольно легко, наверное, но, в принципе, он нормальный парень, он не из тех, кто хочет показать себя с хорошей стороны, улю-лю-лю-лю-лю-лю, чтоб там было, ну... Ну, Елена Борисовна, ну что же вы начинаете унижать Васила? Ни за что, вот вообще ни за что, ни про что. Ну, то есть, ну, блин, у Васила, по-моему, нарциссизма такого вот вообще никакого у него, ну, не то, что совсем никакого, но вот большого, ярко выраженного нарциссизма у него нет, у меня есть, я признаю. У Васила я его, в принципе, не наблюдаю, в этом смысле Васил довольно-таки... Хорош, но то, что его что-то могло задеть, обидеть, и он мог чем-то там, не то, что даже обидеть, а вызвать какие-то вопросы и поделиться некоторыми негативными, так скажем, эмоциями с другом, с приятелем, почему бы он не мог поделиться со Жмелевским, с которым он давно стримит, такими вот идеями? Почему нет? Почему нет Елены Борисовны? Ну вот что нет-то? Ну почему? Почему? Да, я тоже не понимаю, почему она говорит Борису Сергеевичу, что нужно делать. По-моему, тоже довольно странно. Но он сделает то, что она сказала. У него, по-моему, нет выбора. Не задавай ему никаких каких-то страшных вопросов. Спроси, какую, ну, по картинку не спрашивай. В общем, размести все эти ссылки, которые он тебе пришлет хоть один раз. Может, закреплю... Сидит такой Бояршин. Как же ты меня надоела. Когда ж ты помолчишь уже? Я устал. Да, ребят, мы все еще стримим. Заказывайте видосы, пожалуйста, потому что это сокровище скоро закончится. Что нам комментарии разместить? Так и сделаем. Ну что, все, публика родная, да? Родная публике будем говорить до свидания, да? Да, я просто за тебя прям. У меня прям да, ну, в общем, очень обиженная. Родная за тебя. Публика, вот видите, я очень обижен. То есть все за меня обижены. Надеюсь, и вы за меня обижены. Не надо за него. Вот ты к травле еще. Опа. Вот, сейчас будет выпрашивание денег. Мои любимые моменты в стримах с Бояршином, это когда начинается выпрашивание денег. Поехали. Его будешь подзывать. Значит, нет, ну зачем мне вот травм? И я вот деньги. Призываю вас, деньги. Значит, прислать мне как можно больше денег. На эти деньги я куплю много-много дегтя. Классика. Не надо. Подпишитесь на каналы Василия. Вот эти каналы, которые он говорил, они произносят вслух да, здесь. Подпишитесь. Поставьте ему лайков. Он на самом деле делает важные вещи. Он проповедует в словах Божье, но на своем языке. Подпишитесь, и чтобы глаза его, мы с ними больше никогда не встречались. На самом деле, вот политически, вот этот вот слой,
вот такой вот необразованных матершинников, он самый перспективный на самом деле. Их можно увлечь. Вот образованных уже они... Блядь, как это выглядит кринжово, сука! Ааа, блядь! Серьезно? Блядь! Ёб твою мать! Охуенная картинка, супер просто, просто заебись! Они бы еще поставили, где он голый, короче, спиной стоит. Я, кстати, эту картинку использовал для одного стрима, но там смешно получилось. Ну, бля, смешно. А, тролльно, тролльно, очень тролльно. Блядь. Разговор с православным теологом Василом. Опачки. Мое почтение, Борис Сергеевич, вы абсолютный тролль, я вас просто обожаю. Я бы вас обнял, если бы смог. То есть, ну, это шикарно. Ну все, да? Да, удачи. Чмоки-чмоки. Не пишите только никому. Чмоки-чмоки. Никакие гадости, пожалуйста. Споки-ноки. А может быть, браво, браво, я доволен. Это произведение искусства. От первой до последней секунды это просто шедевр.